мотивация происходит посредством слова. У нас мотивация ir vārda dēļ. Любая вещь, которая в Боге, начинается со слова. Un jebkura lieta Dievā sākas no vārda. Уже в начале было слово. Jo iesākumā bija vārds. Я прочитаю Матфея 25 главу. Es izlasīšu Mateja evaņģēlija 25. Nodaļu. 31. Stihā pa 45. No 35. Līdz 45. Pantam. Когда же придёт сын человеческий во славе своей, все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, вы дали мне, есть жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был нах, вы одели меня, был болен, вы посетили меня, в темнице было, вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, и жаждущим напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ: истинно, истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо я алкал, и вы не дали мне, и жаждал, вы не напоили меня, был странником, не приняли меня, был нах, не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnīgi atbildēs viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu un vai cietumā un nākuši pie tevis, tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: ejte nost no manis, jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sataisīta vēlnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs neesat mani paēdinājuši, es biju izslāpis, un jūs neesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs neesat mani uzņēmuši, es biju pliks, un jūs neesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Tad tie arī dzen viņam atbildēs un sacīs: Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izslalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā, un neesam tevi kalpojuši? Un tad viņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man neesat darījuši, un tie ies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. И еще одно место, Псалом 108:17. Возлюбил проклятие оно и придет на него, не восхотел благословения оно и удалится от него. Un vēl ir Psalms 109. Psalms 17, da? Viņš mīlēja lāstu. 109. Psalms 17. Pants. Viņš mīlēja lāstu, lai tas tagad krīt uz viņa galvu. Viņš nemīlēja svētību, tā tagad, lai paliek tālu nost no viņa. Видите, написано, что проклятых людей Иисус отправил в ад. Ir rakstīts, ka nolādētus cilvēks viņš nosūtīja uz eli, Jēzus. На небо ничего проклятое не пойдёт. Uz debesīm nekas nolādēts neiet. Хотя эти люди знали его как Господа. Kaut gan šie cilvēki viņu pazina kā Dievu. Он отделил овец от козлов. И сказал: овец от козлов отделил. Viņš atdalīja āžus no avīm. И овец назвал благословенными. Un avis nosauc par svētītām. А козлов назвал проклятыми. Bet āžus nosauc par nolādētiem. И сказал: проклятые, у меня для вас ничего нет, кроме. Un pateica: nolādētiem man nekā priekš jums nav. У Бога для проклятых людей ничего нет. Dievam nekā nav priekš nolādētiem cilvēkiem.
Бога нет для проклятых людей исцеления, освобождения. Dievam nav nolādētiem cilvēkiem uzplaukuma, dziedināšanas un vispārējā. Здесь речь идёт о жизни вечной, это когда мы придём уже на суд. Un tas ir šeit ir runa par mūžīgo dzīvi, kad tas jau kad mēs atnāksim uz tiesu. Но я заметил одну вещь, что это начинает работать уже сейчас. Es esmu pamanījis vienu lietu, ka tas sāk darboties jau šobrīd. Некоторые люди мучаются, находясь даже в Боге. Un daži cilvēki ir cilvēki, kas mocās pat atrodoties Dievā. Постоянно с чем-то сражаются. Visu laiku ar kaut ko cīnās. Постоянно куда-то идут, бегут. Kaut kur iet un skrien. Все ищут, ищут, никак не найдут. Meklē, meklē un nekā nevar atrast. И многие выглядят хуже даже, чем язычники. Un daudzi izskatās pat sliktāk nekā pagāni. Как будто бы Иисус это страдание. Kaut it kā Jēzum šīs ciešanas. Как будто жизнь во Христе это какое-то такое бремя неудобоносимое. It kā tā būtu šausmīga nasta dzīve Kristu. Они уже не бегут с радостью в церковь. Viņi ar prieku neskrien uz draudzi. Они уже не бегут с радостью молиться или изучать Библию. Viņi neskrien ar prieku mācīties Dievu Bībeli vai uz lūkšanu. Я вижу, как христианство деградирует сначала к концу. Un es redzu, kā kristietība degradē no sākuma uz beigām. Когда человек покаялся, он горел намного сильнее. Kad cilvēks atgriezās pie Dieva, viņš deg daudz stiprāk. Он был святей в 10 раз. Viņš bija daudz desmitreiz gaišāks. Ты Библию читал, не просто читал, ты ее поглощал. Un Bībeli nevis vienkārši lasīja, bet vienkārši aprija. Ты ко всему относился трепети. Tu ar visu, pret visu attiecies ar bību. Пастор для тебя был святой человек. Мацитаис bija svēts cilvēks. И потом что-то случилось. Un pēc tam kaut kas notika. Как-то все не так пошло. Kaut kas ne tā aizgāja. И ты молишься, ничего не получаешь. Un tu lūdzi un neko nesaņem. Ты смотришь, твоя жизнь не очень похожа так, как написано в Библии. Un tu skaties, tavu dzīvi nav īpaši līdzīga tai, kas Bībelē aprakstīta. Я знаю много верующих людей, которые не могут исцелиться. Es zinu daudz ticīgus cilvēkus, kas nevar izdziedināties. Почему-то не могут исцелиться. Nezinu, kāpēc nevar izdziedināties. Хотя Иисус говорит: "Я вас исцелил, все, забудьте за болезнь". Un Jēzus kaut gan teica: "Dziedinieties, aizmirsiet par slimību". Но они все время ищут исцеления. Bet viņi nesaņem šo dziedināšanu. Es знаю людей, которые все время ищут освобождения. Es zinu cilvēks, kas meklē atbrīvošanu. Все время приходят и говорят: выгоните из меня беса. Visu laiku nāk atnāciet, izdziniet no manas ļaunos garus. Jēzus говорит: я уже все сделал. Jēzus saka, es visu esmu izdarījis. Прими это подарок для тебя. Pieņem, šī ir dāvana priekš tevis. Bet Jēzus за все заплатил. Uz krusta Jēzus visu samaksāja. Он заплатил за грехи. Viņš samaksāja par grēkiem. Ты можешь теперь и не грешить. Tu vari tagad arī negrēkot. Он заплатил за болезни. Viņš samaksāja par slimībām. Можешь больше не болеть. Vari vairāk neslimot. Аминь. Аминь. И вот смотрите, для благословенных открыто небо. Svētītajiem ir atvērtas debesis. Для благословенных у Иисуса есть все. Priekš svētītajiem Jēzum ir viss. А для проклятых только ад. Bet nolādētajiem ir tikai elle. И Давид это тоже знал. Un Dāvids to arī zināja. Он говорит, он не захотел благословения, оно от него удалится. Viņš teica, viņš negribēja svētību un tā svētība attālinājās. Он возлюбил проклятие. Viņš iemīlēja lāstu. Оно к нему придёт. Un tas lāsts arī pie viņa atnāk. Вы знаете, что проклятым быть легко. Ziniet, ka nolādētam būt ir viegli. Просто ничего не делает и проклятый. Vienkārši neko nedara un tu esi nolādēts. Это как сорняки. Tas ir kā nezāles. Если хочешь, чтобы картошка выросла. Ja gribi, lai kartupeļi izaug. Надо её закопать. Vajag ierakt. Вскопать, узракт, прополоть, изравет, собрать жуков, савакт кукаиньс. У вас есть огород? Ямс ир дарзини. Есть, да? У вас только, да? Ямс тыка ир. У одного огород. Веном тыка ир дарзинч. А вы не знаете, что такое огород? Велкадам. Ямс не знаю, как сэр маз дарзинч. Небольшой участок земли. Нелиэлс земес габалинч та сэр. В которой садят различные культуры. Kuros iestāda dažādas augu kultūras. И мы живём в очень бедной стране, поэтому мы садим картошку. Un mēs dzīvojam ļoti nabadzīgā valstī, tāpēc mēs paši to. Представьте, сколько надо труда, чтобы вырастить картошку. Ziniet, cik vajag nepieciešams darba, lai izaudzētu kartošu. Ещё надо успеть выкопать, чтобы бомжи не украли. Un vēl vajag novākt, lai bomži tos neizroka. Они могут убрать твой огород раньше тебя. Viņi var ātrāk par tevi tavu dārzu novākt. А скажите, что нужно сделать, чтобы сорняк вырос? А ziniet, ko vajag izdarīt, lai nezāles izaugtu? Да? Что нужно сделать? Ko vajag izdarīt? А ничего не делай. Neko nedari. Можешь даже не ходить на огород. Vari pat neiet uz dārzu. Он сам вырастет. Tas pats izaugs. Вот так и с проклятием. Un tāpat arī ar lāstiem. Хочешь быть проклятым? Grib būt nolādēts. Ничего не делай. Neko nedari vienkārši. Просто живи. Vienkārši dzīvo. Просто ходи. Vienkārši staigā. Просто наблюдай. Vienkārši skaties. И будешь проклят. Un būs nolādēts. Хочешь быть благословенным? Grib būt svētīts. Надо постараться. Vajag pacensties. Надо постараться. Vajag pacensties. Amen. Amen. Помните второзаконие 28 глава?
Ja ne būdu visu glavu čitāt, tam 5. Mozus 28. Nodaļa, tur ir daudz pantu, es visu to nelasīšu. И только 14 говорят о благословении. Un daudz runā par lāstiem, bet tikai 14 runā par svētību. И 55 говорят о проклятии. Un 55 runā par lāstiem. Бог больше внимания наше сконцентрировал на проклятии. Dievs lielāku uzmanību pievērs lāstam. Чтобы не дай Бог такими не стали. Lai mēs nedod Dievs par tādiem nekļūtu. Там есть всего два условия, чтобы быть благословенным. Divi nosacījumi, lai kļūtu par svētītu. Это слышать Бога. Tas ir dzirdēt Dievu. И исполнять. Un piepildīt. Всего лишь два условия. Divi tikai nosacījumi. Чтобы стать благословенным. Lai būtu svētīts. Услышать Бога. Dzirdēt Dievu. И исполнять. Un izpildīt. И ты будешь благословен. Un tu būsi svētīts. Во всём. Visā. Будь в семье благословен. Будь в семье свети. Будь в своём теле благословен. Будь в своём термине свети. Твои финансы будут благословенны. Твои финансы будут свети. Твои дети будут благословенны. Твои бани будут свети. Твоя церковь будет благословенна. Твои друзья будут свети. Твой город будет благословенный. Твоя пилсада будет свети. Твое поле будет благословенное. Аминь. Твой слоукс будет свети. Аминь. Всего два условия, каких-то маленьких два условия. Tikai слышать, мази носацим, дзирдеть un izpildīt. Всего лишь два. Tikai divi. Слушать. Klausies. Uslušēt Boga. Dzirdēt Dievu. Ne prosto znāt Bibliju. Nevis vienkārši zināt Bībeli. Bibliju visi znāt. Bībeli visi zina. Ne prosto jo znāt. Nāda slušēt Boga. Vajag dzirdēt Dievu. Boga uslušēt. Dievu sadzirdēt. Što on hoćet at tebe sečas? Ko viņš no tevis tagad grib? Što on hoćet at tebe zavtra? Ko viņš rīt no tevis grib? Što on hoćet at tebe v tečenie sledušik 10 let? Ko viņš nāk turpmākajos 10 gados no tevis grib? Es te naučišu slušēt Boga. Ja iemācīsies sadzirdēt Dievu, будешь делать то, что он говорит. Tu darīsi to, ko viņš saka. Станешь благословенным. Un tu būsi svētīts. Amen. Amen. Он разделил овцам, говорит: "Овцы, идите в небеса, а вы козлы, идите в ад". Avīm viņš saka: "Iet uz nebesīm, āžiem viņš saka: "Iet uz eli". Знаете, чем овцы от козлов отличаются? Ziniet, ar ko atšķirās avis no āžiem? Овцы тупые существа. Avis ir truli radījumi. Truli. 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 Тупые. Тупые трули. Они просто трули. Vienkārši trūli. А козлы умные. Bet āži ir gudri. Если потеряются овцы. Ja avis pazudīs. Они никогда не найдутся. Viņas nekad neatradīsies. Там есть хотя бы один козёл. Bet ja ir viens āzis. Бородатый козёл. Бардайнск āzis. Он уже давно в церкви. Viņš jau sen ir baznīcā. Он всё знает. Viņš visu zina. Ему не нужен пастор. Viņam nav vajadzīgs mācītājs. Я козёл. Es esmu āzis. Я всё знаю. Es visu zinu. Мне не обязательно быть пастором. Man nav obligāti būt ar mācītāju. Я сам найду дорогу. Сам найду дорогу. Es pats atradīšu ceļu. А овцы трули. Bet avis ir trulas. Говорят, что ты смотришь как баран на новые ворота. Saka, ko tu skaties kauns uz jauniem vārtiem? Вы видели у овец глаза? Jūs esat redzējuši avīm acis? Ni одних животных нет таких тупых глаз. Ne, nevienam citam dzīvniekam nav tādu acu. Они ещё причём перевёрнуты, видите? Vēl apgriezts. Вот так, минус. Минуса. Когда ты смотришь в эти глаза? Kad tu skaties uz šīm acīm? Ты реально понимаешь, что это тупое существо. Tu saproti, ka tie ir troli radījumi. И оно смотрит на тебя. Viņš skatās uz tevīm. И ищет пастора. Un meklē ganu. Кто бы ему подсказал? Kas viņam pateikt? Вот так мы должны относиться к Господу. Tā mums jātiecās pret Dievu. Беспомощны без него. Bezpalīdzīgi bez viņa. Мы прокляты без него. Mēs esam nolādēti bez Нам viņa. Нам нужен его голос. Mums ir vajadzīga viņa balss. Овцы слышат голос своего пастуха. Avis dzird savu gana balsi un sekotāji. Аминь. Amen. А знаете, куда нас ведёт пастор? А зина kur ved? Пастор нас ведёт благословение. Gans uz svētībām viņš ved. Tīhim vodam. Pie mierīgiem ūdeņiem, skaidriem. Pakojiet nas na zlačnych pažetjach. Un ved mūs zaļenās ganībās. Avca možet prabežāt zlačnoj pažet. Avs var pārskriet zaļenām ganībām. Ona že tupaja. Viņa taču ir trūla. Poetomu u pastuha jest posah. Tāpēc ganam ir zizlis. I napisano, on ju pakojiet. Viņš viņu nomierina. Na zlačnych pažetjach. Uz zaļenās ganībās. Потому что вот здесь как раз твое сокровище. Šeit ir tas tā А ты можешь его пробежать. Vērtība, bet tu var paskriet tam garām. И не заметить. Un nepamanīt. И не воспользоваться. Un neizmantot to. Кто другой возьмёт? Kāds cits paņems. Поэтому иногда больно.
Tāpēc dažreiz ir sāpīgi. Бог иногда делает нам больно. Dievs dažreiz dara mums sāpīgi. Чтобы мы не пробежали злачную пажить. Lai mēs nepaskrietu pāri šīm zaļajām ganībām. Думаешь, Господи, почему так больно? Dievs, kāpēc tik sāpīgi, tu varbūt domā? Потому что здесь злачная пажить. Tāpēc, ka šeit ir zaļajās ganības. Здесь благословение. Šeit ir tava svētība. Услышать Бога. Dzirdēt Dievu. И исполнить. Un pie izpildīt. Всего лишь услышать. Tikai sadzirdēt. И исполнить. Un izpildīt. У нас год назад началась война в Украине. Mums pirms gada sākās karš Ukrainā. Все мои церкви были прямо в Донецкой, Луганской области. Viss mans draudzes bija tur tieši Lugansku un Donetsku. Нам пришлось эвакуировать 50 пасторов. Mums nācās evakuēt 50 mācītājus. Потому что многих из них подали в розыск. Jo daudz viņi sāka meklēt. Начали преследовать. Sāka sekot viņiem. Им всем пришлось бежать, как Иисус иногда укрывался. Un visiem sāka nācās bēgt, Jēzus arī dažreiz slēpās. Открыли новых 50 церквей. Mēs atvērām citas 50 draudzes. Аллилуйя. Аллилуйя. Нам ничего не повредит. Mums nekas nekaitēs. Jēzus сказал, я создам церковь. Un Jēzus saka, es radīšu draudzi. Un Ēlas vārdu to neuzvarēs. Amen. Amen. Я создам церковь. Es radīšu draudzi. Un Ēlas vārdi to neuzvarēs. Вот как бы здесь трудно не было в Вентспилсе. Я здесь был первый раз 10 лет назад. Kā šeit ir grūti nebūt Вентспилсе, es pirmo reizi šeit biju 10 gadus atpakaļ. Как вы проходите какие-то трудности. Es zinu, kā es iziet cauri kaut kādām grūtībām. У церковь была? Draudze bija. Есть. Ir. И будет. Un būs. И никто её отсюда не сотрёт. Un neviens no šejienes viņu neizdzēsīs. Не уничтожит. Neviens neiznīcinās. Даже если мы поменяемся, мы переедем, поедем на миссию, всё равно здесь будет церковь. Vienalga, ja mēs aizbrauksim pat uz misiju, vienalga būs draudze, kas sludinās evaņģēliju. Аминь. Amen. И вот когда началось вот это всё, и были захвачены города. Kad sākās viss un tika ieņemtas pilsētas. Угроза жизни многих людей. И как только начали освобождать города, мы тут же я услышал голос. Un kad sāka atbrīvot pilsētas. Jēzus сказал: "Ied туда." Un Jēzus teica: "Brauc uz turieni." Ied, чтобы проповедовать Евангелие. Brauc uz turieni, lai sludinātu evaņģēliju. Я уже целый год там проповедую Евангелие. Un es jau veselu gadu tur sludinu evaņģēliju. Во всех прифронтовых городах. Visās piefrontes pilsētās. Там, где летают ракеты. Tur, kur lido raķetes. Там, где обстрел. Tur, kur šauj. Там, где погибают люди. Tur, kur iet bojā cilvēki. Там, где море беженцев. Tur, kur ir jūra ar bēgļiem. Mariupol, говорят, стал миллионным городом. Mariupolē ir miljonu pilsēta. 400,000 беженцев. 400,000 bēgļu. Перебежал в Мариуполь. Aizmuku uz Mariupolu. Мы повезли туда воду сначала. Mēs no sākuma ēdām tur ūdeni. Потому что водопровод был взорван. Jo ūdensvads bija uzspridzināts. Un daudz cilvēku dzīvoja bez ūdens. Поэтому предприимчивые продавали воду из речки. Tāpēc uzņēmīgi cilvēki pārdeva ūdeni no upes. Собрали воду из речки и продавали по 1 гривне литр. Un pēc tam ņēma upi no upes ūdeni un pārdeva par litru. И бизнес-водности люди покупали речную воду. Un es bezizējas cilvēki pirka upes ūdeni. Я понял, чтобы нам взять этих людей. Надо их кормить. Lai mums tāds cilvēks paņemt, mums vajag viņus vajag dzirdīt, viņus vajag barot. Amen. Amen. И вот сейчас мы возим, мы 1000 пайков каждую неделю возим. Katru nedēļu mēs tūkstoši границу, где идёт война в Авдеевка. Вы уже все знаете, где аэропорт, и там до сих пор никогда не прекращались военные действия ни на один день. Это Тур на один день Авдеевка, Мариуполь, Луганская область, Артёмовск, возле Дебальцево. Артёмовск, тур visur šajās pilsētās. И когда я начал возить? Kad es sāku vest ūdeni. Я привозил там 500-600 пайков. Es atvedu 500-600 paciņas, ēdienu paciņas. Это такой пакет с продуктами. Tāda paketa ar produktiem. 2 eiro. 2 eiro maksā. Čak možet pražīt nedēļu. Cilvēks var nedēļu nodzīvot. Za 2 eiro. Par 2 eiro. Это немного. Tas nav daudz. 2 eiro, даже если ты потеряешь, ты не расстроишься. Ja 2 eiro pazaudēs, tu pat nu, īpaši nesatrauksies. А люди там, они просто нуждаются в этом. Un cilvēkiem vienkārši tas ir galēji nepieciešams. И когда я туда приезжаю? Un kad es uz turienu atbraucu? Я им говорю. Es viņiem saku. У меня есть задание. Man ir uzdevums. Я не просто добрый человек. Es neesmu vienkārši labs cilvēks. Я не просто Ринат Ахметов. Я преследую цель. Es sekoju mērķim. Поэтому прежде чем вы получите пайки. Tāpēc pirms jūs saņemsiet šīs paciņas. Я буду вам проповедовать. Es jums sludināšu. И проповедую. Un sludinu. Я говорю, я не хочу кормить людей, которые идут в ад. Es negribu barot cilvēkus, kuri iet uz elli. Зачем мне вас кормить, если вы идёте в ад? Prieš kam man jūs barot, ja jūs ejat uz elli? Идите туда голодные. Ejiet uz turieni izsalkuši. Аминь. Amen. И знаете что? Ziniet ko? Все меня слушают. Visi mani klausās. Я говорю, кто хочет покаяться сегодня?
Kas grib šodien nožēlot grēkus? Все хотят покаяться. Visi grib nožēlot grēkus. Никто не отказывается. Neviens neatsakās. Я приехал по Пасху. Es atbraucu uz Pasku. И там пришло 600-700 человек. Un tur atbrauc 500-600 cilvēku. Они начали меня просить открыть церковь. Un viņi lūdza, lai es atveru draudzi. У них ни одной церкви в городе. Viņiem neviena, draudzes nav. Я говорю, хорошо. Es saku, labi. Я открою вам церковь. Es atveršu jums draudzi. Мы сняли ДК. Зал, зал. А, mēs noīrējām zāli. Там 500 мест. Tur 500 vietu. Я говорю, вот кто будет здесь сидеть? Вот те, kas šeit sēdēs. Будет получать каждую неделю один паёк. Katru nedēļu vienu paiks paciņu saņems. Ja každую субботу сидит 500 человек. Man katru sestdienu tur sēž 500 cilvēku. Никто не опаздывает. Neviens nenokavē. Никто раньше не уходит. Neviens ātrāk neaiziet. Мы приехали в Мариуполь. Un aizbraucam uz Mariupoli. И пришло где-то 300 неверующих людей. Un atnāca apmēram 300 neticīgu cilvēku. И мы прославление сделали. Mēs slavēšanu ropavi. Sludinājām. Я начал проповедовать. Un es sāku sludināt. Одна женщина встала. Viena sieviete piecēlās. Что вы делаете? Ko jūs darāt? Вы почему под видом гуманитарной помощи затянули нас в секту? Kāpēc jūs humanitārās zem humanitārās palīdzības piesakāsiet ievilkuši sektā? Я говорю, хорошо. Es saku, labi. Кто не хочет получить сектантский паёк, идите домой. Kas negrib sektā un to ēdienu, tie var iet mājās. Никто не ушёл. Neviens neaizgāja. И женщина это заткнулась. Un šī sieviete aizvērās. Она мне показала, что она слушает внимательнее, чем все. Un man likās, ka viņa klausās uzmanīgāk. Kad es sakau, kto хочет покаяться. Kad es teicu, kurš grib nožēlot. Она первая выбежала. Viņa pirmā izskrēja. Думает, уже накосячила, надо как-то исправлять ситуацию. Viņa domāja, tagad zari salausti, tagad kaut kā jāizdara. На покаяние вышли все. Jālabo situāciju un iznāca visi nožēlot grēkus. Viņa хотите покаяться. Un tur nebija tāda, vai jūs gribētu nožēlot grēkus. Грешник такой закоренелый. Нет, я не хочу покаяться. Tāds grēcīgais, nē, es negribu nožēlot. Там все хотят каяться. Tur visi grib nožēlot grēkus. И вот у нас уже 2 месяца там церковь работает. Divus mēnešus tur draudze strādā. И там всегда сидит 500 человек. Un tur vienmēr ir 500 cilvēku. Вот я в эту субботу был позавчера. Aizvakar es biju. 100 человек покаялось новых. 100 jaunu cilvēku pieņēma Jēzu. 200 получили крещение святым духом. 200 saņēma svētā gara kristību. Ещё 200 записалось на водное крещение. Un vēl 200 pierakstījās uz ūdens kristībām. А церкви 2 месяца. Draudzei ir 2 mēneši. 500 человек. 500 cilvēku. Которые смотрят на меня как на Бога. Kas skatās uz manim kā uz Dievu. Потому что я их кормлю. Tāpēc, ka es viņus baroju. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты скажешь, это нечестно. Tu teiksi, tas nav godīgi. А то, что тебя заманивают в церковь под видом исцеления, это честно. A tas, ka tevi ar dziedināšanas aizsegā iemana draudzē, tas ir godīgi? Мне начали христиане писать, ты зачем манипулируешь людьми? Man kristieši sāk rakstīt, kāpēc tu manipulē ar cilvēkiem? Я говорю, а вы зачем ими манипулируете? А es teicu, kāpēc jūs ar viņiem manipulējat? Вы зовете людей в церковь и говорите, вас Бог исцелит, вас Бог освободит. Jūs saucat cilvēkus uz draudzi un sakat, Dievs jūs dziedinās un atbrīvos. Причём это и не происходит с некоторыми. Un tas ar dažiem arī nenotiek. У меня намного честнее. Man ir daudz godīgāk. Pauža paiki все получают. Jo paikas visi saņem. Aleluja. Aleluja. Я услышал Бога. Es sadzirdēju Dievu. Прошёл год. Pagāja gads. Я целый год кормлю там голодных. Es veselu gadu tur baroju izsaukušos. Кроме того, что у меня тюремное служение, 70 колоний мы посещаем. Тур ir 70 kolonijās vēl ir cietumkalpošanas. Кроме того, что у меня куча пасторов в моем регионе, которых нужно воспитывать и рассказывать. Vēl ir vesela kaudze ar mācītājiem, kuriem ir jāaudzina. Кроме того, что я работаю в Азии, в Пакистане, вот в Непале я был после землетрясения. Un Китае у нас большая работа. Mēs strādājam vēl Ķīnā, Nepālā, kur bija zemestrīce un vēl citur. Бога. Es dzirdēju Dievu. И начал это делать. Un sāku to darīt. Pamatu, kā napisano Galatam 3:13. Galatiešiem 3:19 rakstīts. Kristus izkupil nas od kļatva zakona. Kristus ir mūs atpircis no likuma varas. Sdelavšis za nas kļatvai. Kurš ir tā kā zvērējis par mums. Ibo proklet vsyaki visyashi na derevi. Jo ir nolādēts katrs, kurš karājās pie koka. Proklet. Visyashi na derevi. Tas, kurš karājās pie koka. Для чего? Kāpēc? Чтобы мы lai mēs получили благословение. Lai mēs saņemtu svētību. Благословение Авраама. Абрахам свētību. Аллилуйя.
Аллилуйя. Исцеление это благословение. Dziedināšana tā ir svētība. И свобода это благословение. Brīvība tā ir svētība. И богатство это благословение. Un bagātība tā ir svētība. И хорошие эмоции это благословение. Un labas emocijas tā ir svētība. Знаете, что человек с хорошими эмоциями более эффективен, чем человек с плохими эмоциями. Ziniet, ka cilvēks ar labām emocijām ir efektīvāks nekā cilvēks ar sliktām emocijām. Даже неверующие специалисты вычислили, что любой работник, который правильно подходит к телу с радостью и с хорошими эмоциями, в 4 раза продуктивен, чем тот, который работает как раб. Un pat neticīgi speciālisti izskaitļojuši, ka tas cilvēks, kas ir ar pozitīvu attieksmi un pareizām emocijām, pozitīvām pieeja savam darbam, ir 4 reizes efektīvāks par cilvēku, kas strādā kā vergs. Почему заглохло пробуждение? Kāpēc noplaka atmodas, jo nav emociju? Даже когда проповедуют, они так проповедуют, что никто не хочет идти в церковь. Un kad sludina, tāpat neviens, visi sludina tā, ka neviens negrib iet uz baznīcu. Они смотрят на несчастных христиан и думают, 300 лет мне эта церковь, чтобы я туда пошел и стал таким, как он. Un viņi skatās uz nelaimīgiem kristiešiem un domā, preši, kā man tā draudze, lai es kļūtu tāds kā viņi. А Бог хочет нас наполнить хорошими эмоциями. Bet Dievs mūs grib piepildīt ar labām emocijām. Боже, Царство Небесное – это мир, праведность и радость. Jo Dieva valstība ir miers, prieks un taisnums. Мир, праведность и радость. Miers, taisnums un prieks. Во Святом Духе. Svētajā garā. Halleluja! Halleluja! Поэтому нам надо услышать Бога, услышать Бога. Tāpēc vajag dzirdēt Dievu, vajag dzirdēt Dievu. Я проповедовал в Иерусалиме неделю назад. Nedēļa apakaļ es sludināju Jeruzalemē. И вдруг мне пишет одна сестра. Viena māsa man raksta. Я с ней никогда не встречался. Es ar viņu nekad nebiju ticies. Она мне пишет, пастор Дмитрий. Мацитай Дмитрий. У меня свадьба в Израиле. Man ir kāzas Izrēlā. Vai mūs vienās blagaslavīt? Vai es varētu mani svētīt? Потому что я получил исцеление от рака. Jo es saņēmu dziedināšanu no vēža. По вашей вере. Pēc jūsu ticības. А я ее никогда не видел. Bet es viņu nekad nebiju saticis. Я с ней созвонился. Es ar viņu sazvanījos. Пригласил ее на служение в Иерусалим. Uzaicināju uz kalpošanu Jeruzalemē. Благословил их там на служение. Un svētīju viņus tur kalpošanā. И она мне рассказала историю. Un viņa man izstāstīja stāstu. Она заболела раком. Viņa bija vēzis. Rak lёгкий. Plaušu vēzis. У неё была четвёртая степень. Ceturtā paudze, ceturtā stadija. Tas ir gandrīz visās orgānos. И врачи в России сказали, что она умрёт. Un Krievijā ārsti pateica, ka viņa nomirs. Они сделали обследование, сказали, вы не будете жить. Viņi apsekoja viņu un pateica, jūs nedzīvosiet. У вас слишком запущенная форма. Pārāk ielaista forma. Ей отрезали полулёгкого. Puses plaušas nogrieza. И больше ничего не смогли сделать. Un vairāk neko nevarēja izdarīt. Говорят, метастазы везде. Metastāzes ir visur. И тогда она поехала в Израиль. Un tad viņa aizbrauca uz Izraēlu. Но перед тем, как она уехала в Израиль. Bet pirms viņa aizbrauca uz Izraēlu. Одни ребята из нового поколения. Puiši no jaunās paudzes. Меня в Россию уже 2 года не пускают. Mani uz Krieviju vairs 2 gadus nelaiž. Я слишком опасен. Es pārāk bīstams. Поэтому меня выгнали. Tāpēc man izdzina no Krievijas. Уже открыл там много церквей. Es jau daudz draudžu tur esmu atvērs. Я не подумал, если я там ещё буду. Viņi padomāja, ja es tur vēl būšu. То даже в Кремле будет церковь. Drīz Kremlī būs draudz. Поэтому они решили меня не пускать. Tāpēc viņi nolēma mani nelaist. Ну, я, конечно, сильно не страдаю от этого. Es, protams, daudz no tā neciešu. Ну, я когда-то был в Красноярске. Kaut kad es biju Krasnojarskā. И вот ребята пришли в больницу. Un puiši atnāca uz slimnīcu. Ванка диспансер. Онкология. Tur, kur onkoloģija. И принесли мои книги. Un atnesa manas grāmatas. И принесли мои проповеди. Un atnesa manas dievkalpojuma ierakstus. И дали ей слушать. Un devu viņai klausīties. И вот она слушала мои проповеди. Un viņa dzirdēja manas dievkalpojumus. Читала мои книги. Lasīja manas grāmatas. Она никогда не была в церкви. Viņa nekad nebija draudzē. Просто слушала проповеди. Bet viņa dzirdēja šīs dievkalpojumus. Viņa klasīja grāmatas. И решила. Un pieņēma lēmumu. Что она будет здорова. Ka viņa būs vesela. И начала исповедовать. Un sāka to apliecināt. Начала говорить, что она исцелена. Sāka teikt, ka viņa ir dziedināta. Начала изгонять дьявола. Sāka dzīt prom velnu. И самое главное. Un pats galvenais. Она спросила, Дух Святой, что я должна сделать? Viņa prasīja, Svētais Gars, kas man ir jāizdara? Чтобы мое исцеление быстрее пришло. Lai mana dziedināšana ātrāk atnāktu. И Дух Святой сказал. Un Svētais Gars viņai teica. Пойди и расскажи всем в этой больнице. Aizej un pasaki visiem šajā slimnīcā. Что я исцеляю от рака. Ka es dziedinu no vēža. Она ещё не была исцелена от рака. Ka viņa ir dziedināta no vēža, bet viņa vēl nebija dziedināta. Ārsti teica, ka viņa nomirs. Я она подумала. Viņa domāja. Если я пойду говорить, они скажут, а почему ты тогда не исцелишься? Un ja es iešu viņiem teikt, kāpēc viņi prātās, kāpēc es nedziedinu. Ты хочешь, чтобы я это делала? Viņa teica, Dievs, ja tu gribi, lai es to daru. Мы об этом учим в церквях. Но она не была в церкви.
Viņa nebija draudzē. Ei, никто это не говорил. Viņai to neviens nestāstīja. Она просто слушала мои проповеди. Viņa vienkārši dzirdēja manas dievkalpojumus. Я спросил у Бога, что мне нужно сделать? Prasa Dievam, ko man vajag izdarīt. Уже вера без дел мертва. Jo ticība bez darbiem ir mirusi. Аминь, скажите или нет? Уже если нету дел, вера мёртвая. Ja nav darbu, ticība ir mirusi. Она вроде бы есть. It kā viņa ir. Только мёртвая. Tikai mirusi. Не может ничего делать. Viņa nevar neko izdarīt. Не может взять исцеление. Nevar paņemt dziedināšanu. Не может взять свободу. Nevar paņemt brīvību. Если вера без дел мертва. Ja ticība bez darbiem ir mirusi. Значит, когда я делаю дела, вера оживает. Kad es daru darbus, ticība. Halleluja. Halleluja. Тебе нужно сверхъестественное обеспечение. Tev vajag pārdabisku nodrošinājumu. Иди корми голодных. Ei, baro izsalkušos. Jēzus говорит, вы за мной ходите, не потому что видели чудеса. Jūs sakojat man nevis tāpēc, ka redzējāt brīnumus. А потому что я вас кормлю. Bet tāpēc, ka es jūs baroju. Да, может это выглядело как упрёк, но он продолжал это делать. Varbūt tas izskatījās kā pārmetums, bet viņš to turpināja darīt. Он кормил голодных. Viņš baroja izsalkušos. И люди ходили за ним. Un cilvēki sekoja viņam. В это время он их обучал. Un tajā laikā viņš viņus mācīja. Viņš sludināja. Он им говорил слова. Viņš viņiem teica vārdus, которые потом сработали. Kuri pēc tam darbojās. Аминь. Amen. И она пошла и начала всем рассказывать. Viņa gāja un sāka visiem stāstīt. Она лежала в Тель-Авив в больнице. Viņa gulēja Tel-Avivā slimnīcā. Ей делали последнее обследование. Viņai taisīja pēdējo izmeklēšanu. Все анализы. Visas analīzes. Biopsija. Biopsija. Снимки, УЗИ. Visas ultrasonografijas un tā tālāk. И наступил день, когда ей уже должны объявлять, ну, в каком состоянии она находится. Un viņa pienāca diena, kad bija jāpasludina, kādā stāvoklī tad viņa atrodas. Она говорит, я проснулась утром. Es atmodos no rīta. И ко мне прилетел голубь. Un pie manīm atlidoja balodis. Viņai visi tā prilitāli golubi. Viņai sāka atlidot baloži. Я не знаю, почему. Es nezinu, kāpēc. Мы сейчас были на Иордане, и там голуби. Un mēs bijām Jordānā, un tur bija baloži. Белые. Balti. Я думаю, смотри, как Духа Святого, сколько тут. Un es domāju, redz, cik daudz Svētā Gara šeit. Аллилуйя. Аллилуйя. И она говорит, голубь принес масличную ветку. Un šitas te balodis atnesa eļas koka zariņu. Tel-Avive не растёт маслины. Он на видис? Она растёт в горах. Tel-Avivā neaug šie olīvas koki, bet tie aug kokos. Kalnos. А в Тель-Авиве нет маслин. Bet Tel-Avivā nav šie eļas koki. И голубь кинул ей прямо в палату эту масличную ветку. Un tieši palātā iemet šo zariņu. Она ещё подумала, странно, где он её нашёл эту ветку? Un viņa domāja, kāpēc, kā viņš atrada šo zariņu. Она ещё не прочитала всю Библию, она не знала, что значит масличная ветка. Viņa neizlasīja visu Bībeli, viņa nezināja, ko nozīmē šis zariņš. Помните, когда голубь принёс масличную ветку Ною, Ной понял, всё, спасение пришло. Un tad, kad atnesa šo zariņu Noā, tad viņš saprata, ka glābšana ir atnākusi. Для него это было подтверждение, что он теперь спасён. Tas bija viņam apstiprinājums, ka viņš ir glābts. Ja она взяла ветку, где он взял эту ветку? Un viņa paņēma šo zariņu, un ko man darīt ar to? Когда она пошла к врачам. Viņa aizgāja pie ārstiem. В этот день. Tajā dienā. Ей сказали, что она полностью здоровый человек. Un viņai pateica, ka viņa pilnībā vesels cilvēks. Halleluja! Я слушал эту историю. Es dzirdēju šo stāstu. Я реально понимаю. Es reāli saprotu. Человек услышал Бога. Cilvēks sadzirdēja Dievu. И начал действовать. Un sāka darboties. Начал делать. Sāka darīt. Благословение Авраама. Абрахама svētības. Бог обещал каждому, кто уверует в Иисуса. Absolūti katram, kurš noticēs Jēzum. Он взял наше проклятие. Viņš paņēma mūsu lāstus. Чтобы к нам пришло благословение. Lai mums atnāk svētība. А что делал Авраам? Ko darīja Abrahams? Что делал Авраам? Ko darīja Abrahams? Он слушал Бога. Viņš dzirdēja Dievu. И делал то, что он говорил. Un darīja to, ko Dievs teica. Он жил в Уре халдейском. Viņš dzīvoja Ūrā. И Бог сказал ему. Un Dievs teica viņam. Выйди. Izej. Из Ура халдейского. No Kaldēju Ūras. Не живи здесь. Nedzīvo šeit. Иди в пустыню жить. Ej uz tuksnesi dzīvo. О, Господи, кто меня кормить будет? Dievs, kas man baros? А как некоторые люди, а кто семью мою кормить будет? А kas man ģimeni baros? А кто будет работать? Kas strādās? Ты будешь работать. Tu strādās. А я буду проповедовать. Es sludināšu. Знаете, многие люди мне говорили. Un daudz cilvēku. А если все будут проповедовать, кто работать будет? А я visi sludinās, kurš tad... Я говорю, ты будешь работать. Tu arī strādās. А я буду проповедовать. Es sludināšu. Проповедовать лучше, чем работать. Sludināt ir labāk nekā strādāt. Не верите? Neticat? Я вам свидетельствую. А es jums liecinu. Что проповедовать лучше. Kas sludināt ir labāk. Работать на него лучше. Strādāt viņam ir labāk. Amen.
И Авраам вышел из Ура Халдейского. Un Abrahams izgāja no Kaldēju Ūras. Возможно, его друзья с него смеялись. Varbūt viņa draugi par viņu smējās. Ты уходишь из цивилизации жить в пустыню? Tu aizej no civilizācijas, lai dzīvotu tuksnesī? Ты идёшь туда, где ничего нет? Tu ej tur, kur nekā nav? У тебя здесь бизнес, у тебя здесь друзья, у тебя здесь жизнь. Tev ir šeit dzīve, draugi, biznes. Авраам говорит: "Нет, мне Бог сказал идти в пустыню". Abrahams saka: "Nē, Dievs man teica iet uz tuksnesi". Нет, однажды Бог сказал оставить все дела. Dievs vienreiz man teica atstāt visas lietas. Он сказал: "Хочешь быть проповедником?" Viņš teica: "Gribu būt sludinātājs". Уйди с работы. Aizej no darba. Закрой свой бизнес. Aizver savu biznesu. И проповедуй. Un sludini. Я не спрашивал, кто будет кормить мою семью. Un es neprasīju, kas man ģimeni baros. Он сказал: "Хорошо, Иисус". Es teicu: "Labi, Jēzu". Я буду проповедовать. Es sludināšu. Но ты запомни. Bet tu atceries. Я голодать не хочу. Es negribu parādīt. Моя семья тоже. Un mana ģimene arī. Я буду проповедовать. Es sludināšu. А ты корми меня. Bet tu mani baro. Я однажды кормил птиц. Un atnāca pie... Я кормил птиц. Es baroju putnus. Взял vienreiz. Батон и кормил птиц. Un paņēmu batonu un baroju putnus. Кидал птичкам хлебушек. Un metu putniem maizīti. И вдруг мне Иисус сказал. Un pēkšņi Jēzus man teica. Ты кормишь птиц? Tu baro putnus? Я думаю, да, я кормлю птиц. Jā, es baroju putnus, es domāju. И еще человек 40. Un vēl 40 cilvēki. Это было на море. Перелетные птицы зимой. Tas bija ziemā, tur bija daudz putnu. Люди пошли купили хлеб. Aizgāja nopirka maizi. Начали бросать этим птицам. Un sāka mest šiem putniem. Там море птиц. Un tur bija jūra ar šiem putniem. Я думаю, какой я молодец, а? Es domāju, a, kāds es malacis. Я кормлю птиц. Es baroju putnus. А мне Иисус говорит, это не ты кормишь птиц. Это я кормлю птиц. Viņš saka, nē, tas neesi tu, kas baro putnus, tas esmu es. Это я кормлю птиц. Es saku, nē, Jēzus, tas esmu es, kas baro putnus. Я пошел, купил батоны, вот эти все идиоты, которые стоят и кормят, они тоже купили хлеб и кормят птиц. Jā, es aizgāju nopirku batonu, baroju, un visi tie pārējie idioti arī nopirkuši batonus un baro. Потому что я забочусь о птичках. Jo es rūpējos par putniņiem. И мне сразу вспомнилось место из Библии. Un man atcerējos vietu no Bībeles. Naučīties u ptīc nebiesni. Mācīties no debes putnēm. Ne sējūt, ne žnūt. Ne viņi sēja, ne viņi pļauj. Tolka žrūt. Tikai rī. Pričom pastajāni. Un visu laiku. Я не видел голодных птиц. Es neesmu redzējis izsalkušas putnas. Я не видел птицы, которая бы просила хлеб. Es neesmu redzējis putnu, kas prasītu maizi. Я не видел бы птицы, которая бы устраивалась на работу. Es neredzēju putnu, kas būtu darbā pieteicies. Я не слышал ни об одной птице, которая бы говорила: "Где мне взять деньги, чтобы кормить свою семью?" Un neviens putns nebija tāds sadicis, kas teikt, ko, kur man ņemt naudu, lai barot ģimeni. Tad man Jēzus сказал. Kad Jēzus man teica: "Я забочусь даже о птицах". Es rūpējos pat par putniem. А ты лучше птицы. Bet tu esi labāks par putnu. Поэтому за пропитание даже не думай. Tāpēc par izdzīvošanu pat nedomā. И за одежду не думай. Un par apģērbu nedomā. У тебя всегда будет пропитание и одежда. Tev vienmēr būs apģērbs un izdzīvošana. Потому что ты лучше, чем птица. Jo tu esi labāks par putnu. Тем более у меня не только есть пропитание для меня. Ne tikai iztikšana ir man. У меня есть пропитание кормить 1000 человек каждую неделю. Un man ir iztikšana, ka barot vēl 1000 cilvēkus katru nedēļu. Потому что я лучше птицы. Jo es esmu labāks par putnu. Я в это поверил. Es tam noticēju. Я это услышал. Es to sadzirdēju. Поэтому с того момента. Tāpēc no tā brīža. Я никогда не нуждался. Es nekad neesmu bijis vajadzībā. Однажды я услышал. Vienreiz es sadzirdēju. Я заболел. Es saslimu. Я лежал дома. Es gulēju mājās. Un думаю, почему я заболел? Es думаю, kāpēc es saslimis? Я начал размышлять. Es sāku pārdomāt. И вдруг Иисус мне говорит. Un pēkšņi Jēzus man saka. Ты же церковь. Tu taču esi draudze. Моё тело. Mans ķermenis, mana miesa. Ты моё тело. Tu esi mana miesa. Я думаю, точно. Nu, tiešām. Я его тело. Es esmu viņa miesa. А Иисус не болеет. Bet Jēzus neslimo. А я его тело. Bet es esmu viņa miesa. Он не болеет. Viņš neslimo. А я его тело. Bet es esmu viņa miesa. Это значит, я тоже не могу болеть. Tāpēc es arī nevaru slimot. Я, конечно, могу заболеть. Protams, es varu saslimt. Это уже дело выбора. Tas jau ir izvēles jautājums. Tad es встал. Tad es piecēlos. Поставил два стула. Noliku divus krēslus. Сел на один стул. Сел на один стул. Apsēdos uz vienu krēslu. Говорю, болезнь, садись и слушай теперь меня. Un es teicu, ka slimība sēdies un klausies mani tagad. Вы знаете, зачастую болезни нам рассказывают. Bieži vien slimību mums stāsta. Но
Я решил сам рассказать болезни. Es pats nolēmu pastāstīt slimībai. Я решил ей просто рассказать. Es viņai nolēmu pastāstīt. Обычно болезнь рассказывают человеку. Parasti slimības pastāsta cilvēkam. Вы слышали их голос? Jūs esat dzirdējuši viņu slimību? Они говорят, что у тебя все болит. Ka tev viss sāp. Что ты не исцелишься. Ka tu nedziedināsies. Опять кольнуло. Akal man iedūrās. О, это болезнь хроническая. Akal šī hroniskā slimība. Я решил больше не разговаривать с проблемами. Es nolēmu vairs nerunāt par problēmām. Я решил им рассказывать. Es nolēmu viņām pastāstīt. Обычно люди бегут: "Бог, пожалуйста, уберите проблемы, столько понавалилось проблем". Un parasti cilvēki saka: "Dievs, paņem nost šīs problēmas, tik daudz problēmu". А Иисус говорит: "Имейте веру Божию и скажите проблемам". Bet Jēzus saka, lai jums ir dievišķa ticība, un lai pastāstiet problēmām. Расскажи своим долгам. Pastāsti saviem parādiem. С банка звонят и расскажи им. No bankas atnāks, es viņiem pastāstu. Что долги отдают только трусы. Ka parādus atdod tikai grēbuļi. А праведник смел, как лев. Bet taisnais ir drosmīgs, kā lauva. А получается наоборот, они тебе рассказывают. А bet sanāk otrādi. Ты сидишь в депрессии. Tu dzīvo depresijā. Мучаешься и страдаешь. Mocies un выглядишь несчастным. Izskaties nelaimīgs. А ты им расскажи. Bet tu viņiem pastāsti. Я болезни один раз рассказал. Es slimībai vienreiz pastāstīju. И они больше не приходят. Un vairāk viņas nenāk. Я им просто рассказал. Vienkārši pastāstīju. Я говорю, слушай. Es teicu, klausies. Ты пришла к человеку, который церковь. Tu atnāci pie cilvēka, kurš ir draudze. Это тело Иисуса. Tas ir Kristus miesa. Ты хочешь поселиться в теле Иисуса? Tu gribi Kristus miesā iepirināties? Ты с ума сошла? Tu esi jukusi. Иди найди язычников. Ei, atrodi pagānus. И вселись в них. Un ej pie viņiem. И все. Viss. Они забыли ко мне дорогу. Viņi aizmirs ceļu pie manim. Они обходят стороной мой дом. Iet apkārt manam namam. У меня никто не болеет в доме. Man mājās neviens neslimo. Мы вообще не обращаемся в больницу. Mēs vispār uz slimnīcu negriežamies. Nekad. Я услышал. Es sadzirdēju. И поверил. Un noticēju. И сделал. Un izdarīju. И теперь здоров. Un tagad esmu vesels. Благословен. Svētīts. Авраам услышал. Abrahams sadzirdēja. И вышел. Un izgāja. И стал благословенным. Un kļuva svētīts. Потом опять пришел Бог. Pēc tam atnāca Dievs. Помните, когда родился Измаил, там и Сара говорит: "Слушай, убери эту тетку подальше с ее сыном. Un tad piedzima viņam tas Izmaēls, un tad tur sieva teica: "Paņem prom šo tanti ar to dēlu." Un viņš teica: "Nē, viņam jādzīvo ar mums." Я думаю, если бы я так жене рассказывал. Я с та сievai стастит. Тетка живет тут, сын мой от нее. Тут танте дзиво, он тут мой дэлс. А знаете, что Бог говорит? Зин, ко Девс сака. Послушай Сару. Поклауси Сару. Представляете? Она его господином называла. Виня сауца виня про кунгу. Ведь как это муж может слушать жену? Ка тас вирс вар саукт, клауситес сievu? Муж же глава. Вирс тачу ир галва. Голова. Galva. 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 Un же голова. Viņš taču ir galva. Šo должен сказать жену. Kāpēc viņam sievi jākos? Я же голова. Es taču esmu galva. А Бог говорит. Вот Dievs saka. А ты ему. Efesianam 5:17. Efesiešiem 5:17 rakstīts. Муж глава жены. Vīrs ir sievas galva. А Бог говорит. Сару послушай. Dievs saka, paklausi Sārai. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Какой-то дьявол пришел. Kaut kāds vēlns atnāca. Это Бог. Сару послушай. Dievs teica, paklausi Sārai. Вы знаете, что Бог иногда говорит не то, что мы хотим услышать. Ziniet, ka Dievs saka nevienmēr to, ko mēs gribam dzirdēt. Вернее, даже чаще всего говорит не то, что мы хотим услышать. Visbiežāk saka to, ne to, ko mēs gribam dzirdēt. Когда касается пожертвования особенно. Kas skar ziedošanu. Дух Святой, сколько пожертвовать? Святой говорит, cik ziedot? Я уже заранее знаю ответ, 1 евро. Es jau zinu iepriekš, 1 eiro. Так что не утруждай себя рассказывать мне, сколько мне давать. Тāpēc nepiepūlēs man stāstīt, cik man ziedot. Я наперед по 10 лет знаю пожертвования на каждое служение. Es cik katram dievkalpojumā ziedošu. А он говорит, послушай Сару. Paklausi Sāru. Я помню, проповедовал в Севастополе. Es Севастополе слушал. Несколько лет назад. Dažus gadus atpakaļ. И пришла одна девушка. Un atnāca viena meitene. У неё был туберкулёз колена. Целя туберкулёз у неё был. И колено вот так согнулось. Целость та салецас. И 7 лет было в таком положении. Он 7 гадус был тогда ставоклый. 7 лет 90 градусов. 7 гадус 90 градусов. Она ходила на костыля. Виня стайгая из крутем. Её колено закостенело. Виня целость такая пара каменёяс. И оно не работало.
Un tas nestrādāja. Viņu centās ārstēt. Un kad viņa bija slimnīcā, ārsti teica, bezcerīgs gadījums. Lūk, fotogrāfija, tev nav ceļa. Tas ir izārdīts. Un viņa dzirdēja, ka es Sevastopolē sludinu. Atnāca uz dievkalpojumu. 5 vai 4 gadus atpakaļ. Un es saku, Если ты хочешь что-то у Бога получить. Я тут kaut ko gribu no Dieva saņemt. Tu skaži ему конкретно, что тебе надо. Tad tu saki konkrēti, ko viņam vajag, ko tev vajag. Мы молимся такими абстрактными молитвами. Бог, я молюсь, чтобы был мир во всём мире. Dievs, es tāds abstrakts lūkšanas, Dievs, es gribu, lai būtu miers visā pasaulē. Что за бред, что за молитва? Kas tā ir par lūkšanu? Ты никогда не получишь ответ на эту молитву. Tu pat nesaņemši atbildi šo lūkšanu. На земле есть сатана, кроме Бога. Jo bez Dieva vēl ir vēlas. Kur kurš vainā būs, šob smierti būs, šob bolezni būs. Kas grib, lai būtu slimības, kari un Я рассказывал, как Бог даёт новые части тела. Un es stāstīju, kā Dievs dod jaunas ķermeņa daļas. Если человеку нужно исцеление от спида. Ja cilvēkam nepieciešama dziedināšana no aids. То единственный способ его исцелить это вытащить всю кровь и залить новую. Vienīgais veids, kā dziedināt, ir izvilkt visas vecās asins un piepildīt ar jaunām. To nevar ar medicīnas palīdzību izdarīt. Cilvēks bez asinīm nevar dzīvot nevienu sekundi. Bet to var izdarīt Dievs. Kam ir HIV, kam aids? Tāpēc lūdziet, lai Dievs nomaina jūs asinis. Hepatīts C, tāpēc hepatīts. Тоже там нужна замена печени. Tur vajadzīga aknu nomaiņa. Просто старую забрать, ставить новую. Veco paņemt un ielikt jaunu. Как в машине фильтр. Тапот kā mašīnā. Фильтр выкрутил, заменил новый, всё. Lai veco izņem jauno ieliku viskār. Человек он сделан, вернее, машина сделана по подобию человека. Mašīna ir uztaisīta pēc cilvēka līdzības. Видите, фары две. Divi луктори. Если была одна фара, это был бы мопед. Ja būtu viens lukturis, būtu mopēts, tad ir divas lukturi. Svētāt. Spīd. Если потухла фара, что ты делаешь? Ты что, машину на мусорку выбрасываешь? Ты едешь на СТО, тебе вкручивают новую фару. Ja tev kaut kas notiek ar lukturi, tu ej uz veikalu nopērt citu lukturi. Если у тебя мотор барахлит. Ja tev motors kaut ko... Как-то неправильно стал работать. Непareizi strādā. Надо поменять мотор и все. Vajag motoru nomainīt un viss? Starī vytašīt, vybrasīt na mūsorku, stāvīt novi. Ielikt jaunu motoru. Если у тебя перестал работать какой-то узел, скорее всего, что-то с проводами. Ja kaut kas pārstāja darboties, visdrīzāk kaut kas ar vadiem ir noticis. Nervna sistēma – tā elektroprovodka. Neviens nervu sistēma – tā ir elektrosvada. Pa katorai idūt signāli iz kompjūtera, katorai upravļājāt siemi procesi. Pa kuru notiek signāli, nojāk signāli, kas no kompjūtera, kas vada visus procesus. Počki filtrūt žitkast. Nieres filtrē šķidrumus. Печень фильтрует кровь. Aknas filtrē asinis. Бак у всех разный. Bākas visiem dažādas. У кого маленький бак, тот малолитражка. Kamer Renault. Kamer mazas bākas, tiem ir. Так по городу чисто покататься. Tikai pa pilsētu. У кого большой бак, тот дальнобой. Kamer liela bāka, tas tālbraucējs. Все братья сказали аминь. Весь брали тайца, амен. У кого большой бак, тот дальнобой. Лело бак вот так. Заправился и полетел. Пепелдес на избрался. Я когда в это поверил? Я с там нотицей. Я это услышал. А что садзердаю? Что так же можно поменять части тела, как поменять запчасти в машине. Так а термини дали сур самое та под как резерв дали с машины. Я начал об этом говорить. У нас так про то руна. Я не просто это принял для себя, я начал об этом учить, говорю, если у тебя потухла фара, вкрути новую. Я те у тас я с пением прикшевс он сак про то мать. Иди на СТО. Aizbrauc uz apkopes staciju. Я рассказывал, и эта девушка начала орать. Un es pastāstīju, un šī meitene sāka kliekt. Jēzus, man nūžna novē kalienai sustāv. Jēzus, man vajadzīgi jaunu ceļu galu locītam. Asēl un adnoj nagie kričā, man nūžna novē kalienai sustāv. Man vajadzīgi jaunu ceļu galu locītam. Ničo neprasašo. Un nekas nenotika. Man vērnos baļnīcu. Viņa aizgāja uz slimnīcu. Nu, už takāja uvērina, Bog miņā uzlīžam. Un tāda pārliecināta, bet šo tagad tāda pārliecināta, ka Dievs viņu sadzirdēs. Mājo kalieno, visu būt harašo s ním. Ar manu ceļgalu viss būs kārtībā. И ей там через пару дней опять назначили там разные эти снимки делать там всё.
Un viņai pēc pāris dienām atkal nozīmēja dažādas pārbaudes veikt. Grāči priekoši dvēmēr snimkami. Vārsts atnāk ar divām bildēm. Gavrīt, Svieta. Viņš saka, Svieta. Ti simuljantka. Tu esi simulanta. Ono, v smysle. Kā jūs to domājat? Вот, новый снимок у тебя. Лук, jauns, jauna fotografija. Tavo kolena polsiu zdarova. Tavs ceļgals ir pilnībā vesels. Говорит, вот, первый снимок, нету колена, нету сустава самого. Лук, pirmā fotografija, tur nav locītavas. А как это бывает? А kā tas notiek? А как это все бывает? А kā tas viss notiek? Вы знаете, что Бог человека сотворил звуком. Ziniet, ka Dievs radīja cilvēku ar skaņu. И свет сотворил звуком. Un gaismu radīja ar skaņu. И деревья сотворил звуком. Un ar skaņu radīja kokus. И моря сотворил звуком. Un jūras radīja ar skaņu. Он сказал, и все появилось. Viņš teica, un viss radās. Значит, моя печень тоже из звука. Un tātad manas snieres arī ir aknas ir no skaņas. Что из праха земного Бог сотворил Адама. Jo no zemes pīšļiem Dievs radīja Ādamu. Переводчики не могли просто понять, как обозначить самую маленькую частицу, потому что в оригинале написано из самой маленькой частицы Бог сотворил человека. Но viņi nezināja, kā apzīmēt šo vismazāko daļu, jo ir teiks, ka ivritā, ka Dievs radīja cilvēku no vismazākās daļas. И переводчики, которые переводили с оригинала, они подумали, какая это может быть маленькая частица, какая это может быть маленькая частица. Kāda var būt mazā daļiņa? И они решили, что это пылинка, пыль, как еще обозначить самая маленькая частица. Путекли. Но сегодня весь мир знает, что самая маленькая частица во Вселенной – это звук. Звуковая волна. Vismazākā daļa visumā – tā ir skaņas vilnis. Все из звука. Visi ir no skaņas. Твои глаза из звука. Tavas acis ir no skaņas. Иисус сказал, прозри, и человек прозрел. Jēzus teica, ir to predzīgs, un cilvēks kļuva redzīgs. Un Jēzus teica, sāc runāt, un cilvēks sāka runāt. Viņš staigāja un Dievu pavēles. Viņš neprasīja Dievu kaut ko izdarīt, viņš Dievu pavēles. Viņš atnāca pie mirušā. Es tev saku celies. O, Bog! Не мог бы ты сойти с небес и воскресить эту девочку? Dievs, vai tu varētu no debesīm nonākt un uzmodināt šo meiteni? Jēzus знал, из чего все состоит. Jēzus zināja, no kā viss sastāv. Из звука. No skaņas. Он сказал, я тебе говорю, встань. Es tev saku, celies. И мертвый раз проснулась. Un mirusī pamodās. Встала и пошла. Piecēlās un aizgāja. Аллилуйя. 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 Говорит, Лазарь, выйди вон. Viņš teica, Lācar, nāc ārā. Un viņš neteica, Dievs, o, tu varētu manu draugu Lācaru uzmodināt. Mēs tā lūdzam, jo mēs nezinām, kā viss strādā. Jēzus teica, izej. Un Lācars iznāca. Notika visu orgānu apmaiņa. Jaunas sirds. Jaunas acis. Jaunas aknas. Nieres. Jaunas vēnas. Jaunas asinis. Halleluja. Es sludināju Kanādā. Un mācīties atnes konvertu. Tev te iedeva svētību. Es atveru šito te konvertu. $1000. Kas to nodeva? Ну, человек, он сегодня не мог прийти, он на работе сегодня. Ну, человек сегодня не варит отнакт, бет винч дарба. Ну, он вчера был на собрании. Винч вакар бий уздил колпоем. Ты сказал, что Бог может поменять вены, может поменять нервы, может поменять межпозвонковые диски, может Dievs, поменять сердце, tu teici, может поменять глаза. Dievs var mainīt mugurkaulu diskus, vēnas, nervus, viska acis, visko. У него было варикозное расширение вен. Viņam bija vēnu paplašināšana. Такие огромные шишки были на ногах. Un milzīgi šitie te bija uz kājām. Un kā prišol domoj. Viņš atnāca mājās. Novilka bikses. Un ieraudzīja, ka nav šo bumbuļu. Un viņš teica, nolēma, vajag sludinātāju pateikties viņam. Cik maksā jaunas vienas? Laikam ļoti daudz. Bet Jēzum bez maksas. Tikai notici. Amen! Sadzirdēt Dievu. Un censties izpildīt. Un Abrahams paklausīja Sārai. Хорошо. Labi. Я послушаю тебя. Es tev paklausīšu. Потому что Бог мне сказал тебя послушать. Tāpēc, ka Dievs man teica tev paklausīt.
un stāv blagoslovien. Un viņš kļūs svētīts. Ešo bolše blagoslovien. Vēl vairāk svētīts. Разве ты не видел, сколько нуждающихся людей? Vai tu neesi redzējis, cik ir cilvēku vajadzībās? Разве у тебя никогда не было желания поехать на миссию? Vai tev nekad nav bijis vēlēšanās braukt misijā? Я работаю в самых бедных странах мира. Es strādāju visnabadzīgākajās pasaules valstīs. Когда я приезжаю в эти трущобы. Kad es atbraucu uz šiem graustiem. Где люди ждут дождь, чтобы принять душ. Kur cilvēki gaida lietu, lai pieņemtu dušu? Потому что нет водопровода, нет электричества. Nav elektrības, nav ūdensvada. Мы в Непале приехали в деревни, в которых никогда не было белых людей. Mēs atbraucām Nepālā uz ciemu, kur nekad nav bijuši baltie cilvēki. В деревне там не осталось ни одного дома. Un neviena pēc zemestrīces neviena māja nepalika. Землетрясение всё разрушило. Viss tika sagrauts. Всё абсолютно. Viss pilnībā. Ну да, там и дома такие были, что пнёшь, он сам развалится. Un mājas bija tādas, ka tur ir kā iespērni viņi sabrūk. Но они в них жили. Bet viņi tajās dzīvoja. А теперь их нет. Bet tagad šo māju nav. И они спят прямо под открытым небом. Un viņi sēž zem atklātām debesīm. И когда мы туда приехали. Kad mēs aizbraucām. Мы накупили палаток. Mēs nopirkām teltis. Когда мне сказали, что там самая главная нужда – это палатки. Jo pat teica, ka pati galvenā vajadzība ir teltis. Я начал искать палатки. Un es sāku meklēt teltis. Нашёл одну миссию там в Катманду. Un atradu vienu misiju. Он говорю, мне нужно 100 палаток купить. Es teicu, man vajag 100 teltis. Чтобы я увёз в горы. Lai es aizvestu uz kalniem. И они пообещали, но потом что-то не получилось, как всегда. Un viņi apsolīja, bet beigās kaut kas nesanāca. Я нашёл другую какую-то фирму. Un es atradu citu firmu. Я говорю, сколько стоит одна палатка? Es teicu, cik maksā viena telts? $15. $15. Я всё время думал, ну палатка это вы сами понимаете, что такое палатка, там колышки, верёвочки, там вот эти все. Es biju iedomājies, ka tur ir mietiņa kāds telts un tur slēdzīts un viss. Приезжаем в ту фабрику. Atbraucam uz to fabriku. Я говорю, давай палатки. Es saku, давай телтис. Он нам целый час показывал машинки, вот мы здесь шьём. Viņš rāda veselu stundu mašīnas, kur viņi šūj tās. Pašīli 10 tīš palātāk. Mēs esam 10 tūkstoši teltis ušūši. Я говорю, ладно, хорошо, давай мне мои палатки, я тебе плачу деньги, мы уезжаем. Es saku, labi, dod teltis, mēs samaksājam, mēs braucam. И он берёт такой свёрточек. Viņš paņem tādu žūksni. Говорит, лови палатку. Лук, теltis. Я разворачиваю. Es atveru. Просто тряпка. Vienkārši audums. Просто прямоугольная тряпка. Три стура audums. 3×5. 3×5. Я говорю, что такое? Es prasu, kas tas ir? Говорит, палатка. Телц. Какая это палатка? Es saku, kāda телц? Это тряпка. Tā ir lupata. Он говорит, нет палатка. Не телц. Я говорю, а где колышки, веревочки? Kur ir visi striķīši un mietiņi un tā tālāk? Говорит, бамбук колышки. Бамбуку paņem. Бамбук. Отрежешь, будут тебе колышки. Ногрезис бамбук он будет. А верёвочки вот так вот порвёшь, вот так ткань, будут тебе верёвочки. Сейчас изъяукс аудом, он будет тебе стритишь. Я понял, что такое палатка. Он и собрат, как сир телц. Всю жизнь думал, что это что-то другое. Я весь день думаю, когда сир как кас циц. Когда мы приехали в горы. Когда мы собрались с калны. Люди так радовались. Человек так прецаясь. Как дети радовались. Как бэрны прецаясь. Потому что у них появились дома теперь. Jo viņiem tagad bija mājas. Ну пусть не очень хорошие. Lai ne ļoti labas. Но уже не под открытым небом. Bet nevar zem atklājas debesis. Когда нас агент вез в эти горы. Kad mūs aģents veda uz šiem kalniem. Он говорит, они Библии не будут брать. Viņi Bībeles neņems, viņš saka. Потому что мы купили много Библии. Mēs nopirkām daudz Bībeles. Потому что мы раздать всем Библии в Непале. Lai visiem izdotu Bībeles izdalīt. Люди такие бедные, что они выбирают им покушать или купить Библию. Jo viņi izvēlās vai nu paēst, vai izvēlēsties Bībeli, jo viņi ļoti nabadzīgi. Они не возьмут Библии. Viņi nepaņems Bībeles. Они хинду. А viņi ir хинди. Им не нужна Библия. Viņiem nevajag Bībeles. Они не верят в Иисуса. Viņi netic Jēzumu. Я говорю, знаешь что? Es saku, zinu ko? В Донбассе тоже никто не верил. Донбасс arī neviens neticēja. Но когда я привожу пайки. Bet kad es atvesu ēdienu, все верят. Visi tic. Поэтому и там будут все брать Библию. Tāpēc arī tur visi ņems Bībeles. Мы приехали туда. Мы отбрался тур. Собрали всю эту деревню. Savācām visu šo ciemu. Я им все рассказал. Es viņiem visu izstāstīju. Вот грузовик сейчас уже подъезжает. Лук, смага машина прибрала. Там рис, соль, медикаменты, тур рис, салс, томаты. Но пока у нас есть время. Mums ir laiks. Мы будем молиться Иисусу. Mēs lūksim Jēzu. Все будут молиться. Visi lūks. Все. Jā, visi.
как в попасном. Все, кто пришел, поег получил. Visi, kas atnāca, visi arī iemācīja. Есть еще много других городов, где много голодных людей. Ir vēl daudz citu pilsētu, kur ir daudz izsalkuši. Tāpēc mēs kalposim tikai draudzes cilvēki. Член церкви это тот, кто принял водное крещение. Bet draudzes cilvēks ir tas, kurš ir kristījies. Все сразу захотели водное крещение. Visi gribēja kristīties. Аллилуйя! Аллилуйя! Как важно услышать Бога. Cik svarīgi dzirdēt Dievu. Бог однажды пришел к Аврааму. Dievs vienreiz atnāca pie Abrahama. И говорит, отдай мне сына. Atdod man dēlu. Убей. Nogalini. Как я могу это сделать? Kā es to varu izdarīt? Я ждал его 100 лет. Es gaidīju viņu 100 gadus. Это самое дорогое, что у меня есть. Tas ir pats dārgākais, kas man ir. Хочешь, я дам тебе деньги все. Es tev visu naudu atdošu. Хочешь, я отдам всю власть свою. Visu savu varu atdošu. А Бог говорит, нет. Dievs saka, nē. Dēlu atdod. Сына отдай. Dēlu atdod. Ну, я как-то не готов к этому. Es neesmu tam gatavs. Я меня очень часто смущало это место. Man ļoti samulsināja bieži vien šī rakstvieta. Потому что очень часто мне люди задавали вопрос. Jo bieži man cilvēki jautāja. Что ж ваш Бог такой жестокий? Kāpēc jūs Dievs tik cietsirdīgs? А если он тебе скажет отдать сына? Bet ja viņš tev teiks atdot dēlu. Ты отдашь сына? Tu atdosi dēlu. А вдруг скажет? Jo, nu, viņš pasaka. И меня смущало это место. Šī vieta man mulsināja. Пока я не прочитал в Евреях 11 главе. Kamēr es neizlasīju Ebrejiem 11. Nodaļā. Что Авраам? Ka Abrahams. Когда повёл сына на гору. Kad viņš veda dēlu uz kalnu. Он знал, что они вернутся вдвоём. Viņš zināja, ka viņi atgriezīsies divatā. И он рабам сказал: "Ждите здесь". Viņš teica: "Gaidiet šeit". Мы скоро вернёмся. Mēs drīz atgriezīsimies. Не было ни грамма сомнений. Viņam nebija ne grama šaubu. Он был уверен. Viņš bija pārliecināts. В том, что сын его будет жив. Ka viņa dēls būs dzīvs. Даже если придётся его убить. Ja pat nāksies viņu nogalināt. Он знал, Бог просто так ничего не говорит. Viņš zināja, ka Dievs tāpat neko nesaka. Он не сказал, что через Исаака произойдёт целый народ. Viņš zināja, ka caur Īzaku būs vesela tauta. И когда Бог нам даёт какие-то задания. Kad Dievs dod kādas uzdevumus. Нам кажется это так сложно. Mums tas liekas tik sarežģīti. А на самом деле он просто проверяет нашу реакцию. Viņš patiesībā viņš pārbauda mūsu reakciju. Всего шесть вещей, которые назвал Иисус. Tikai sešas lietas, ko Jēzus nosauca. Он не сказал, вы пойдете в ад, потому что вы курили или брехали или воровали. Viņš neteica, jūs iesiet uz eli, tāpēc, ka pīpējāt vai tur dzērāt vai vēl kaut ko darījāt. Те вообще к нему даже не появились. Tie pat pie viņa pat neatnāca. Туда пришли верующие. Tur atnāca ticīgie. И он говорит, за то, что вы ничего для меня не сделали. Tāpēc, ka jūs neko priekš manis neesat darījuši. Ничего не сделали. Neko neizdarījāt. Идите в ад. Ejiet uz eli. Который приготовлен для дьявола. Kas ir sagatavots velnam. И его ангелов. Un viņa eņģeļiem. Ведь у кого-то получилось. Кто-то это делает. Kāds kaut ko dara un kādam kaut kas sanāk. Значит, и ты можешь. Tātad arī tu vari. Аминь. Амен. Ты можешь кого-то накормить? Tu vari kādu pabarot? Ты можешь кого-то напоить? Tu vari kādu? Ты можешь кому-то подзирдить? Tu vari kādam iedot drēbes? Ты можешь кому-то сходить в тюрьму? Tu vari pie kādu uz cietumu aiziet? Ты можешь сходить в больницу раз в неделю? Tu vari aiziet uz slimnīcu reiz nedēļā? И помолиться за больных. Lai lūgtu par slimajiem. Аминь. Амен. Это может каждый. Tu vari katrs. Это не сложно. Tas nav sarežģīti. Я хочу быть благословенным. Es gribu būt svētīts. Потому что для проклятых у Бога ничего нет. Jo priekš nolādētiem Dievam nekā nav. Поэтому надо убегать от проклятия. Tāpēc jābēg no lāsta. И бежать благословению. Un bēgt svētībā. Halleluja! Halleluja! Мы сейчас будем молиться. Mēs tagad lūksim. И я верю. Un es ticu. Что Бог что-то сделает с вашим сердцем. Kad Dievs kaut ko darīs ar jūsu sirdi. Он наполнит его желанием. Viņš piepildīs to ar vēlmi. Когда кто-то мне говорит. Kad kāds man saka. Зачем вот этот пиар? Зачем вот это всё рассказывать? Prieš kam šis PR, prieš kam publicitāte šie stāsti? Dari to klusiņām un viss. Я всё это рассказываю. Es visu to stāstu. По одной простой причине. Pa viena iemesla dēļ. Может быть ещё кто-то. Varbūt vēl kāds. Найдётся. Atradīsies. Кто начнёт делать то же самое. Kas sāks darīt to pašu. И тогда я буду счастлив.
tad es būšu laimīgs. Un es neveltīgi es dzīvoju dzīvi. Es kādu esmu iedvesmojis. Kļūt par svētītu. Amen! Halleluja! Halleluja! Piecelsimies. Stāt blagoslovenam. Lai kļūtu svētīts. Vajag atnākt pie Jēzus. Без него никто не станет благословенным. Bez viņa neviens nekļūs svētīts. Он забирает проклятие. Viņš paņem lāstus. Бог не может благословить проклятое. Viņš nevar svētīt nolādētu. Поэтому без его жертвы. Tāpēc bez viņa upura. Ты не можешь быть благословенным. Tu nevari būt svētīts. Богатым быть можешь. Tu vari būt bagāts. Без Иисуса. Bez Jēzus. Многие люди Daudz стали богатыми. Кļuva bagāti. И вообще не верят в Иисуса. Un vispār netic Jēzum. Можно быть здоровым без Иисуса. Var būt vesels bez Jēzus. И можно стать президентом страны без Иисуса. Var kļūt par valsts prezidentu bez Jēzus. Можно построить хорошую семью без Иисуса. Var labu ģimeni uzcelt bez Jēzus. Единственное, что ты не сможешь сделать. Vienīgais, ko tu nevarēsi izdarīt. Без Иисуса Христа. Bez Jēzus Kristus. Это пойти в небо. Aiziet uz debesīm. Этого никто не сможет сделать. To neviens nevarēs izdarīt. Потому что проклятые туда не идут. Jo nolādētie turp neiet. А чтобы не быть проклятым. Bet lai nebūtu nolādēts. Надо прийти к Иисусу. Vajag atnākt pie Jēzus. Раскаяться в своих грехах. Nožēlot savus grēkus. И поверить его жертву. Un noticēt viņa upurim. Если такие люди здесь есть, я вас приглашаю вперёд. Ja ir šādi cilvēki šeit, es jūs aicinu spriekš. Es ar jums lūkšu. И Бог просит ваши грехи. Un Dievs piedos jūs grēkus. Если такие люди, ja ir šādi cilvēki, пожалуйста, приходите. Lūdzu, nāciet uz priekšu. Сделайте шаг веры. Дарьте, спереть шо соло. Своему благословению. Pie savas svētības. А потом я буду молиться за исцеление. Un pēc tam es lūkšu par dziedināšanu. А потом я буду молиться за благословение. Un tāpēc es, pēc tam es lūkšu par svētību. Но вначале. Bet sākumā. Сделайте шаг к Иисусу. Дарьте, спер шо соло pie Jēzus. Примите правильное решение. Pieņem šo pareizo lēmumu. Потому что там Jo tur, когда придёт Иисус, когда atnāks Jēzus, ничего нельзя будет изменить. Neko nevarēs izmainīt. Сейчас можно всё изменить. Tagad var visu izmainīt. Прямо сейчас можно всё изменить. Tagad tieši var izmainīt. В эту секунду можно всё изменить. Šajā sekundē tu vari izmainīt visu. Ты изменишь не только свою жизнь. Ты изменишь не только свою жизнь. Ты изменишь жизнь всей своей семьи. Tu изменишь visas savas ģimenes dzīvi. А потом всего своего города. Visas savas pilsētas dzīvi. А потом может быть всей своей страны. Varbūt visas savas valsts. А потом может быть даже всего мира. Varbūt visas pasaules dzīvi. Amen. Amen. Есть такие люди. Vai ir šādi cilvēki? Кто не спасён? Kas nav glābts? Вы идёте в ад. Jūs ejat uz elli. И будете мучиться там вечно. Un tur būs mokas mūžīgi. По одной причине. Viena iemesla dēļ. Не потому что вы хуже кого-то. Nevis tāpēc, ka jūs esat kāds sliktāks par kādu. Потому что вы не поверили. Bet tāpēc, ka jūs nenoticējāt. Что Иисус висел на кресте. Ka Jēzus kurājies pie krusta. За тебя. Par tevi. А я предлагаю тебе. Bet es tev piedāvāju. Прийти и поверить. Nākt un noticēt. Есть такие люди. Ir tādi cilvēki. Кто не спасён? Kurš nav glābts? Вот там мужчина сзади, вы спасены? Нет. Vīrietis aizmugurē, jūs esat glābts? Вы мужчина, не спасены? Идите сюда. Nāciet, kas nav glābts. Кто не спасён, идите сюда. Nāciet, kurš nav glābts, kurš nav pieņēmis Jēzus. Не спасены, идите сюда. Ja tu neesi glābts, nāc. Женщины. Sievietes. Кто не спасён? Kas nav glābts. Придите, я помогу вам молиться. Es palīdzēšu jums lūgt. Я это делаю почти каждый день. Es to daru gandrīz katru dienu. С тысячами людей. Ar tūkstošiem cilvēku. Я помогаю им принять Иисуса. Es palīdzu pieņemt Jēzu. Я помогаю им прийти к тому, кто может их спасти. Es palīdzu viņiem atnākt pie tā, kas var viņus glābt. Это задание от Бога. Привести вас к Иисусу. Atvest pie Dieva, pie Jēzus. Что толку, если вы даже получите свою исцеление. Kāda jēga jūs saņems savu uzmundrinājumu, savu dziedināšanu. А душа не спасена. Bet dvēsele nav glābta. Jēzus говорит, всё зря. Viss tas ir veltīgi. Поэтому сейчас есть шанс. Tāpēc tagad ir izdevība. Может быть, ещё много у тебя шансов. Varbūt tev var būt daudz iespēju. Я этого не знаю. Es to nezinu. Может быть, ты привилегированный, Бог будет стараться тебя спасти. Varbūt tu esi privileģēts un Dievs tev centīsies vēl glābt. Я не знаю. Es nezinu. Я знаю одно. Es zinu vienu. Сейчас есть шанс. Tagad ir izdevība. В Непале за одну минуту. Nepālā vienā minūtē. Погибло 10,000 человек. Gāja bojā 10,000 cilvēku. За одну минуту. Par vienu minūti. Чем они виновны, чем мы? Ar ko viņi vainīgāki par mums? Тем, что они верят Кумари или Кришне или Будде. Ar to, ka viņi tic Budai, Krišņai vai Rokokam. Чем они виновны, чем мы? Ar ko viņi vainīgāki par mums? Я вам скажу, ничем. Vai es teikšu, ne ar ko? Но Иисус сказал, если не уверуете.
Ja nenoticēsiet, ja iesliec, visi iesiet bojā. Bet tagad ir izdevība. Tāpēc nevajag stāvēt. Vajag iet. Kas nav glābts? Nāciet šurp. Может, вы меня больше никогда не увидите. Varbūt jūs mani nekad vairs neredzēsiet. Может, единственный раз в жизни вы меня увидели. Varbūt vienīgo reizi dzīvē jūs mani esat redzējis. Varbūt nekad vairs neredzēsiet. Я вас, может, больше никогда не увижу. Varbūt es jūs vairs nekad neredzēšu. Я знаю, если ты помолишься этой молитвой. Es zinu, ja tu palūksi šo lūkšanu. Kristus vadīs tavu sirdi. Ja Kristus ies tavā sirdī. И ты пойдёшь в небеса. Un tu iesi uz debesīm. Там, где мы точно увидимся. Tur mēs tiešām satiksimies. Amen. Amen. Может, возле вас кто-то, покажите мне такого человека, я сам лично позову. Ja tev ir blakām ir cilvēks, kas nav glābts, es uzaicināšu viņu. Uzaicināšu personu. Tu neizglābts, nāc uz priekšu. Davai, idi сюда. Nāc uz priekšu. Зачем сидеть там? Kāpēc tu sēdi? Сидишь прямо в ад. А так ты придёшь к Иисусу и пойдёшь в небо. Tā tu iesi uz debesīm. А просто прийти. Vajag vienkārši atnākt. Я проповедник. Es esmu sludinātājs. Я не могу вам помочь. Es nevaru jums palīdzēt. Все, что я могу привести вас к Иисусу. Visu, ko es varu izdarīt, ir atvest jūs pie Jēzus. А он решает все. Viņš visu atrisina. Кто еще здесь? Kas ir vēl šeit? Вы спасены, женщина? Vai jūs esat glābti? Вы спасены? Да. Нет? Так идите сюда. Jūs neesat glābti, nāciet. Вы в небеса идете прямо сейчас. Просто задайте себе вопрос, если бы сейчас вы погибли каким-то образом, где бы вы оказались? Неужели ja вы думаете, aiziet bojā kaut kādā veidā, kur jūs nokļūtu? Оказавшись перед Иисусом, вы можете сказать: Иисус, я такой же святой, как и ты, поэтому возьми меня в твое место, где ты находишься. Ja jūs nonākat pie Jēzus, jūs sakat, es esmu tāds pats svētais, kā tu, paņem man savu svētā vietu. Если ты не можешь быть в этом уверен, тебе нужен Иисус. Ja tu neesi tajā pārliecināts, tev vajadzīgs Jēzus. Amen. Amen. Вот мужчина, вы не спасены, нет? Нет? Jūs vīrietis, jūs esat glābti. Сделайте два шага. Сделайте два шага, идите сюда. Давайте. Вы тоже не спасены. Нет? Нациет. Все? Все хорошо? Глабц. А я вас просто не узнал. Кто еще? Кас вел? Кто? Кас? Возле вас, покажите мне его. Ир человек, он с блоком. Откройте его Богу. Отверечу Девам. Ты здесь не потому, что тебе стало интересно. Ты здесь потому, что ты интересен Иисус. То есть, шей, тобес, ко то есть интерес. Именно тебя. Viņš grib atrast tevi. Он хочет именно тебя. Он хочет тебя. Viņš grib tevi. Он умер лично за тебя. Viņš nomirs par tevi. Вы привезли кого-то. Не упустите этот шанс. Человек должен быть спасен. Nepalaidiet šo iespēju, ka jūs varat glābties. Уже это самое важное. Jo tas ir pats svarīgākais. Я не могу вас просто так отпустить, чтобы вы продолжали идти в ад. Es nevaru jūs palaist, vienkārši lai jūs ietu uz eli. Я хочу использовать любую возможность. Es gribu izmantot jebkuru izdevību. Чтобы познакомить вас с Иисусом. Lai iepazīstinātu jūs ar Jēzu. Вы о нём знаете, я это знаю. Jūs par viņu zināt, es вы to zinu. Вы христиане, вы не какие-то кришнаиды. Jūs esat kristieši, jūs neesat kришнаиды. Вы знаете, кто такой Иисус, вы знаете, что такое крест. Jūs zināt, kas ir krusts, kas ir Jēzus. Но если он не живёт в сердце. Bet ja viņš nedzīvo sirdī. Всё, что вы знаете, это зря. Visu, ko jūs zināt, ir veltīgs. Сейчас нужно сделать этот шаг, когда Иисус придёт прямо в сердце. Tagad vajag izdarīt šo soli, kad Jēzus atnāks tieši tavā sirdī. О, я не хочу менять свою религию. Es negribu savu reliģiju mainīt. Nevajag neko mainīt. Тебе надо получить Иисуса. Tev vajag saņemt Jēzu. Amen. Amen. Есть кто-то ещё? Vai vēl kāds ir? Возле вас, бабушка. Вы спасены? Vecmā, vai jūs esat glābti? Вы бабушка. Нет? Идите сюда. Идите сюда. Идите сюда. Наци. Приходите сюда. Вы не понимаете? Вы не сопротивляете. Вам это прийти? Иисус за вас умер? Jēzus par jums ir miris. Вы что, приклеились к полу? Vai jūs esat pielipuši pie grīdas? Вы не можете отлепиться от пола? Jūs nevarat atrauties no grīdas? Вот знаете, у меня такое впечатление, man ir tāda sajūta, я вас на расстрел вызываю. Tāda sajūta, ka es jūs uz nošaušanu velku. Мы вас расстреляем. Vai jūs negribat atnākt, mēs jūs nošausim. Я вас вызываю к Иисусу. Es jūs saucu pie Jēzus. Жизни. Dzīvības. К радости. Priekam. К благословению. Svētībai. Amen. Amen.
Кто верующий? Ну посмотрите возле вас, что вы не видите, кто спасен. Jūs taču ticīgi, jūs redzat, kas jums ir blakus. Подтолкните его. Pamudiniet cilvēkus. Дайте ему легенький пинок. Iedodiet vieglu grūdienu. Он потом тебя благодарить вечно будет. Viņš pēc tam mūžīgi tev pateiks. За то, что ты это сделал. Par to, ka tu esi to izdarījis. Он сейчас разозлится. Varbūt tagad dusmosies. А потом будет благодарить. Bet pēc tam priecāsies, pateiksies. Хорошо. Labi. Все спасены остальные, да? Pārējie visi ir glābti. А? О! Что? Да или нет? Jā vai nē? Вот вы мужчина, вы спасены? Vai jūs esat glābts? Вот там мужчина, самый высокий, вы спасены? Pats garākais vīrs. Мужчина такой, да? С большим баком. Ar lielu baku. Поедем на миссию, Вася. Там 5 миллиардов нехристей, которых нужно спасти. Еще есть кто-то? Vai ir vēl kāds? Нет. Никому не нужен больше Иисус. Vairāk nevienam nav vajadzīgs Jēzus. Вам не нужен Иисус. Jums nav vajadzīgs Jēzus. А 1000 евро надо вам? А 1000 евро jums vajag? Надо 1000 евро. 1000 евро вам? Кому надо 1000 евро? Kam vajag 1000 евро? Тоже никому. Arī nevienam. Дайте тогда мне, мне надо. Dodiet tad man, man vajag. Хорошо. Labi. Просто Иисус больше, чем 1000 евро. Vienkārši Jēzus ir vairāk nekā 1000 eiro. Samai, спасибо, спасибо, мужчина. Paldies Tev, kungs. Спасибо. Вот теперь подумайте. Jūs padomājiet. Зачем бы я это делал? Prieš kam es to darītu? У меня дома семья. Man ir ģimene. Хорошая цель. Labas, labs mērķis. У меня все в порядке в жизни. Man viss ir kārtībā dzīvē. Зачем мне ехать в Вентспилс? Prieš kā man braukt uz Ventspili? Оставлять дома семью. Atstāt ģimeni. Я хочу быть с ними. Es gribu būt ar viņiem. Хочу с сыном гулять. Gribu ar dēlu pagulēt. Zīves ķert. А вместо этого я вас уговариваю прийти совершить молитву. Bet tādēļ es jūs aicinu pierunāt atnākt uz lūkšanu. Бывает так, что мне даже поспать негде, подстричься некогда. Man nav, kad matus nogriezt, nav, kur ir pagulēt. Уже все время куда-то еду, куда-то лечу. Я делаю 100 перелетов в год на самолете. 100. 100 pārlidojumu ar lidmašīnu. Если равномерно разделить это, каждые 3 дня я куда-то лечу. Katras 3 dienas es tikai lidoju. Зачем оно мне надо, если этого нет? Prieš kā man to vajag, ja... Если это брехня, зачем я здесь вообще? Ja tas viss ir veltīgi, prieš kā man to vajag? Я здесь, потому что ты нужен Иисусу. Es esmu šeit, tāpēc, ka tu esi vajadzīgs Jēzum. Ты бы не пришел при других обстоятельствах. Tu neatnāk citos apstākļos. Ты пришел, потому что я здесь. Tu atnāc, tāpēc, ka es esmu šeit. Поэтому ты проявил интерес и пришел сюда. Tāpēc, tu izrādi interesi un atnāc uz šeieni. Так вот, теперь сделай самое главное. Tāpēc, izdari tagad pašu galveno. Помолись со мной, я тебя прошу. Palūdz Dievu ar manīm, pēc Tev lūdzu. Иди, чтобы помолиться. Atnāc, lai palūgtu. Все это организация, колонки, эти песни, свечки. Все для того, чтобы ты был viss спасен. Viss šis ir, lai tu būtu glābts, viss šis pasākums. Ну, там женщина, бабушка, вот у вашей, у вашей, дочка ваша там, да? Tā ir jūsu meita? Вот мне, вы их знаете? Jūs viņu zina? Они не спасены, наверное, да? Вы не спасены, наверное? Vai jūs esat glābti? Jums ir vecmāmiņa blakām. Vai jūs esat glābti? Esat glābti? Labi. Pa krājņiem mērī, hod nekātrīs pasūtas. Vismaz daži izglābsies. Давайте закроем глаза, поднимите руки. Aizversim acis un pacelsim mūsu rokas. Скажите со мной, Отец мой небесный. Sakiet, Devis Tēvs. Я прошу тебя. Es Tev lūdzu. Прости все мои грехи. Piedod visus manus grēkus. Омой меня кровью Иисуса. Apmazgā mani ar Kristus asinīm. Иисус, я верю. Jēzu, es ticu. Что ты умер за меня. Ka tu esi miris par mani. И воскрес. Un augšām cēlies. Для моего оправдания. Lai mani attaisnot. Я принимаю твою жертву. Es pieņemu tavu upuri. Я принимаю твою милость. Es pieņemu tavu žēlastību. Я принимаю твое спасение. Es pieņemu tavu glābšanu. И прошу тебя, Иисус. Un lūdzu tevi, Jēzu. Войди в мое сердце. Iegej manā sirdī. Стань моим Господом. Kļūsti par manu kungu. Стань моим Спасителем.
kļūsti par manu glābēju. Stani maim Bogam. Kļūsti par manu Dievu. A ja būtu tvojim čelovekam. Es būšu tavs cilvēks. Navsegda. Uz mūžīgi. Amen. Amen. Slava Bogu! Slava Dievam! Только что Тико Иисус простил все ваши грехи. Jēzus piedeva visus jūsu grēkus. Больше нет никакого греха в вашей жизни. Vairāk nav neviena grēka jūsu dzīvē. Он все простил. Viņš visu piedeva. И самое главное. Un pats galvenais. Он вошел в ваши сердца. Viņš iegāja jūsu sirdīs. Вы теперь его тело. Jūs esat viņa ķermenis. Он теперь наведет порядок внутри вас. Un viņš savedīs kārtību jūsos. И снаружи вас. Un ārpusē. Везде. Visur. Потому что вы теперь дети Божьи. Jūs esat Dieva bērni. Знаете? Ziniet. Я помог вам прийти к Иисусу. Es palīdzēju jums atnākt pie Jēzus. Ну, чтобы попасть в небо. Lai nokļūtu debesīs. Нужно сохранить веру. Jāsaglabā ticība. Теперь вы долго не умрете. Jūs tagad ilgi nemirsiet. Кто-то из вас собрался умирать. Kāds no jums ir sataisies mirt? Какая-то болезнь ворвалась, да? Правда? Kāda slimība ir jūs? Jūs tagad ilgi nenomirsiet. Jo Jēzus tagad jūs dziedinās. Svarīgi ir saglabāt ticību. Un saglabāt ticību. Jūs varat draudzē. Lūk draudze. Mūsu draudze saucas jaunā paudze. Lūk mācītāja. Mums ir papa, on na nebe. Vi ir tēvs, kas ir debesīs. Jums ir arī mama. Ventspilī pat divas mamas. Viena spēlē klavieres. Viena vīrieša dzimts, otra sievieša dzimts. Tas nav homoseksualisms. Tas ir mama, tas ir labā vārda nozīmē. Jo tēvs ir debesīs. Mūsu debesu tēvs. Bet mācītājs. Или мужчина, или женщина. Ir sieviete vai vīrietis. Он как мама. Viņš ir kā mamma. Будет вас кормить. Viņš jūs baros, rūpēsies. Вы сегодня получили в свою жизнь человека. Jūs saņēmāt savā dzīvē cilvēku. Который будет за вас молиться каждый день. Kurš par jums lūks katru dienu. Представляете? Iedomājieties. Pastora поднимает руки. Mācītāji pacel rokas. Говорят Иисус, благослови моих людей. Un saka, Jēzus, svētī manus cilvēkus. Amen. Amen. А как ты это подарок? Или что-то разговариваешь? А тут много с разных людей. Ну если вы из Венспилс. Я вижу, что это Венспилс. Вот есть два пастора церковного поколения. Лук ir divi jaunās paudzes mācītāji. Aigars, Aigars. Aigars. И мācītāja Inesa. Можете ходить в церковь, скажите, когда собрание? Un jūs varat pastāstīt, kad ir sapulces. Sobranja nas pa vaskresienje. Un mums ir visiem, kā visās draudzēs svētdienās, ir sapulces. 11 часов. 11 nos šeit. Loču 8. Loču 8. Aigara. Drugoj adres. Aigaram ir otra cita adrese. Sinagogas 9. Это там, где баптистская церковь. Sinagogas 9. Tas ir blakus baptistu baznīcē. Но в этом городе есть еще церкви. Un šeit ir pilsētā ir vēl citas draudzes. Главное, чтобы мы были в церкви. Galvenais, lai jūs būtu draudzē. И, конечно, мы очень будем ждать вас тут. Mēs ļoti gaidīsim jūs šeit. Но если ты изберешь другую церковь. Bet ja tu izvēlēsies citu draudzi. Тогда будь там. Tad esi tur. Будь верный. Esi uzticams. И спасай свою душу, потому что душу спасает человек сам. Un glāb savu dvēseli, jo cilvēks glāb savu dvēseli, ejot uz draudzi. Učēs Božie slovo, maļās. Mācoties Dievu vārdu lūdzot. Это надо научиться. To vajag visu mācīties. Так же, как все другое в нашей жизни. Tāpat, ko visu pārējiem uz dzīvē. И кто хочет быть в нашей церкви, кто там лучше, кто хочешь узнать, у нас там... Ja gribi kaut ko vairāk uzzināt par mūsu draudzi. Katja, где наша Katja? Katja ir kaut kur pie durvīm. Katja stāv uz dvērēm. Ты там вот прямо напротив. Ты можешь подойти к ней. Ты вари в ней пиет клад. И спросить, что если хочешь, телефончик взять. Ты вари попросить телефон, информацию. Потому что, почему я так не приглашаю обязательно в нашу церковь? Потому что я благодарю всех
Es pateicos visām Ventspils draudzēm, un ne tikai Ventspils, kas vēlas glābt cilvēks un vēst cilvēks. Un Kristus vidien tagad, kad mēs sadružestvī. Un Kristus ir redzams tad, kad mēs esam sadraudzībā. Glavnais, ka tu būtu cerkvi. Galvenais, lai tu būtu draudzē. Iši svaju cerkvi. Meklē savu draudzi. Būt svajai cerkvi. Esi savā draudzē. Izlūžīt tam, iežēv misiju. Un kalpo tur, brauc misijās. Uslēž Boga, izdielēj to, što on hočet. Un sadzirdi Dievu un dari to, ko viņš vēlās. Это самое главное. Tas ir pats galvenais. Научиться слушать его, это надо в церкви, в семье. Vai, lai iemācītos dzirdēt, vajag ģimenē, vajag draudzē būt. Amen. Amen. Я вас всех поздравляю. Es jūs visus apsveicu. Что мы обязательно увидимся на небесах. Ka mēs visi noteikti tiksimies debesīs. Обязательно увидимся на небесах. Visi noteikti tiksimies debesīs. Amen. Amen. Я сейчас помолюсь за исцеление. У кого есть болезнь, поднимите руку. Kam ir slimības, paceliet rokas. Чтобы она была в вашем теле. Jūs negribat, lai viņa būtu jūsu ķermenī. Не хотите. Jūs negribat получить полностью. Jūs gribat saņemt pilnu dziedināšanu. Я верю, что Иисус исцеляет все болезни. Es ticu, ka Jēzus dziedina visas slimības. Если ты в это не веришь, это твои проблемы, а не мои. Ja tu tam netici, tā ir tava problēma. Лучше поверь. Labāk notici. Исцеление подарок, его не надо зарабатывать. Dziedināšanu nevajag nopelnīt, tā ir dāvana. To nevajag, to vajag pieņemt. Priņāt. To vajag pieņemt. Поэтому давайте скажем молитву Иисус. Tāpēc teiksim Jēzu. Es pieņemu. Один из твоих подарков. Vienu no tavām dāvanām. Исцеление. Dziedināšanu. Аминь. Амен. Отец небесный, я благодарю тебя за каждого человека, который пришел на это место для того, чтобы встретиться с тобой. Lai satiktos ar tevi. Я сейчас молюсь и повелеваю всем болезням. Visām slimībām. Повелеваю всем болезням. Повелеваю всем слимам. Убирайтесь. Aiziet. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Убирайтесь из этих тел. Aiziet uz no šiem ķermeņiem. Рак, убирайся. Vēzi, aizej. Hepatīt, ubirājsia. Hepatīt, aizej. Sakrnai diabēt, ubirājsia. Cukura diabēts, aizej. Slipatā, ubirājsia. Aklums, aizej. Glūhatā, ubirājsia. Kurlums, aizej. Sekai opuhaļu platnienie, kista, ubirājsia. Visas cīstas augoņa, aizej. Tromboflipīt, varikos, poliartrīt, ubirājsia. Poliartrīt, visi trombozes, aizej. Osteohondros, ubirājsia. Osteohondros, aizej. Va ime Isusa. Jēzus vārdā. Ja maļu za každava čelēka. Es lūdzu par katru cilvēku. И провозглашаю исцеление в каждое тело. Un pasludinu dziedināšanu katrā ķermenī. Dziedināšanu uz katru ķermeni. Dai этой женщине новое сердце. Dod šai sievietei jaunu sirdi. Dai kamutam novu krovi. Dod kādam jaunu. Dai kamutam novu sustavu. Dod jaunas lielcītas. Dai kamutam novu počki. Dod jaunas nieres. Kamutam dai novu pečeni. Dod jaunas aknas. Dai kamutam novu krovi. Dod jaunas asinis. Va imē Jēzusa Krista. Jēzus Krists vārdā. Ты, Господь, и нет другого. И я благодарю тебя, Иисус. Nav cita Dieva. За то, что прямо сейчас. Es pateicos, ka tieši tagad. Люди исцелились. Jūs esat dziedināti. Твоей силой. Tavā spēkā. По благодати. Pēc žēlastības. И по нашей вере. Un pēc mūsu ticības. Аминь. Amen. Halleluja. Halleluja. Я сейчас хотел бы, чтобы вы себя проверили. Es gribu, lai jūs sev pārbaudat. Если вдруг кто-то чувствует, что произошло исцеление, уже подними руку и помаши. Ja tu jūti, ka ir kaut kādas pārmaiņas dziedināšana notikusi tavā ķermenī. Боль ушла, симптомы исчезли. Kaut kādas simptomi pazuduši, sāpes pazuduši, pārbaudi sevi. Кто исцелился? Kas ir dziedinājies? Ir tādi cilvēki. Что вас скажите? Kas jums notika? По руку, мне по рукам прошли такие, как стрелы. Да. Что у вас руками было? А у меня сердце, да, желудок у меня, у меня... У вас было больное сердце и больной желудок, да? Yes, yes. И этот самый, сахар, диабет. Сахарный диабет. Теперь у вас новое сердце. Yes, yes, yes. У вас новая поджелудочная железа, и все внутренние органы у вас исцелены во имя Иисуса. Yes, yes, yes. Сахар в вашей крови, 5 точек. Аминь! Amen. Кто-нибудь прославьте Бога! Skodies slavu tam kungam. Есть кто-то у вас глухое ухо. У вас глухое ухо. Ничего не слышит ухо есть. Вы? Не слышит ухо у вас? Вы слышите? А jūs dzirdat? Вообще не слышит? Vispār nedzirdat.
Одно ухо не слышит. Vienā uz nedzirdu. Нет, 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 не Святого Духа. Святого Духа дома будете слушать. Сейчас меня слушайте. Святого Духа. У кого глухое ухо? Kam ir kurla aus? Не слышит ухо, не слышит. Kam nedzird aus? А вы оглохли, да, пока стояли там? Зачем же вы там встали под колонкой? Идите сюда. У вас глухое ухо, да? Jūs, kurla aus? Где-то неделю. А неделю заложила ухо и не слышит. Ничего не слышит. Во имя Иисуса, глухой дух. Бам! Убирайся, не возвращайся. Прямо сейчас пусть ее ухо слышит 100%, как ты его сотворил, Господь. Аминь. Как ты есть рады из Диос. Аллилуйя. Аллилуйя. Я. Аллилуйя. Я. Я. Регина. Да, если вы закроете даже и правое ухо, вы все равно меня слышите. Слышу, да. Аллилуйя. Jēzus man cietināja. Jēzus man cietināja. Halleluja. 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 Oh. Ladna. Ladna. Kto ešo paučil izcelenie? Kas vēl ar saņēmis dziedināšanu? Это может быть не сразу там, мгновенно, всё. Но ты чувствуешь продвижение какое-то. Tas var nebūt visu uzreiz, bet tu jūti, ka ir uzlabojumi. Голова у кого-то болела, помотайте своей головой. Kam galva varbūt sāpēja, varbūt tas. Шея болела, да? И что? И болит, да? Болела и болит. Болела, болит и будет болеть. Нет. Во имя Иисуса вы уже исцелены. Есть сара, если садзидана. Кустинет, кустинет. Да не вся шея поболтайте. Венкаши. Как вы полоте? Боль вон во имя Иисуса. Сапис пром, есть сара. Аминь. Аминь. Проверьте, где у вас шишка была опухоль. Pārbaudiet, ja jums ir bijuši kaut kāda audze, kāds slikti redzēja. Paskatieties uz mani. Jēzu, es lūdzu, pieskaries viņiem. Vai Jēzus vārdā. Jēzus, pastāvi. Pastāvi. Pusi tā depresija uģiet, vai Jēzus. Бам! Убирайся, дьявол, который мучает. Иисус, благослови. Сделай его сердце радостным и веселым. Благослови, Отец, пусть оно будет исцелено. Болит спина во имя Иисуса. Боль убирайся, не возвращайся. Вы можете руками достать землю? Двумя руками достать землю. Наклониться и достать. Давайте, давайте, давайте. А ну-ка еще раз давайте. А ну вот так проверьте все. Вот так. Как сейчас? Что? Хорошо. Получше? Вы исцелены? Пусть твоя свобода будет. Пусть твоя исцеление. Во имя Иисуса. Сатана, убирайся! Убирайся во имя Иисуса! Дух Святой, я здесь. Благодать твоя. Его могучая сила здесь исцелит тебя. Его могучая сила здесь освободит тебя. Иисус сейчас здесь. Положи руку, где у тебя прогрессирует заболевание. Пусть через твою руку придет исцеление в твое тело. Лайцар таву руку отнак дзедрашу. Положи и верь. Написано, возложат руки на больных, они станут здоровыми. Иисус, я прошу тебя, сделай своих людей здоровыми. Сделай своих людей здоровыми во имя Иисуса. Прямо сейчас. Тиеши тагад. Пусть исцеляющая благодать через эти руки придет в каждое тело. Пусть, лай катрай термин отнак таву дзидināšanas лабелību. Во имя Иисуса. Yes, аминь. Амин. Теперь скажи, я исцелен. Saka, ja es esmu dziedināts. Ja izceļom. Es esmu dziedināts. Už izceļom. Jau dziedināts. Už izceļom. Jau dziedināts. Amen. Amen. Slava Bogu. Halleluja. Halleluja. Ja vam propovedoval сегодня. Es jums šodien sludināju. O tom, kak stat blagosloven. Es jums sludināju par to, kā kļūt par svētītu. Это важно. Tas ir svarīgi. Stāt blagoslovenam, это важно.
Kļūt par svētītu ir svarīgi. Поэтому когда видите голодных, кормите их. Kad jūs redzat izsalkušus, barojiet viņus. Когда Бог что-то вам говорит делать, делайте. Kad Dievs kaut ko saka jums darīt, dariet to. И когда вы его не слышите, что делать, все равно делайте. Un kad jūs nedzirdat, ko darīt, vienalga dariet. Мне часто спрашивают, зачем ты это делаешь или это делаешь или это делаешь? Kāpēc tu to vai to vai to dari, man jautā. Я говорю, потому что я точно не знаю, что мне делать. Tāpēc, ka es nezinu precīzi, ko man darīt. Поэтому я делаю все, что делал Иисус. Tāpēc es daru visu, ko Jēzus darīja. Jēzus karmīl galodnīk, ja karmīl galodnīk. Jēzus baroja izsalkušos. Jēzus propavēdāl, ja propavēdāju. Jēzus sludināja un es sludinu. Jēzus malīlsa za baļnīk, ja malīlsa baļnīk. Jēzus lūdzu par slimajiem un es lūdzu. Būdīt tolk ili ne būdīt, eta uže vtaroj vapros. Būs jāk vai nebūs jāk, tas ir cits jautājums. Glavna, što ja sušķistļāju ožitājumā. Galvenais, ka es īstenoju sagaidāmo. Amen. Prisēti šo na 2 minūtes. Vēl uz pāris minūtēm apsēdieties. I paļīti domoj. Здесь хорошая атмосфера. Šeit ir laba atmosfēra, Svētais Gars. Kamu prikasnulsi šodien Duhs Svētoj? Možda tā ne izcelenie. Varbūt nav dziedināšana, bet tu jūti, ka Svētais Gars tev pieskāries. Možda tvoje ободrienie получили. Varbūt jūs uzmundrinājumu saņēmāt. Slava Bogu, slava Bogu. Slava Dievam. Možda būt vy rešenie priņēli što-to delat dla Isusa, da? Varbūt jūs pieņēmāt lēmumu kaut ko darīt priekš Jēzus. Slava Bogu, slava Bogu. Ja ne zrā prišol sudā. Es nevēltīgi esmu atnācis šeit. Если даже кто-то один начнёт делать то, что я делаю, я буду безумно счастлив. Ja kāds sāks vēl kaut vai viens darīt to, ko es daru, tas būs ļoti priecīgs. Jo es nevēltīgi būšu pavadījis laiku šeit. Я вам проповедовал. Es nevēltīgi esmu sarunājis. Amen. Просто нужно захотеть. Я вам расскажу схему. Un vienkārši vajag vēlēties, un es pastāstīšu jums schēmu. По которой приходят средства в жизнь христианина. Pēc kādas atnāk līdzekļu kristiešu dzīvē. Бог никогда не будет спонсировать наши желания. Viņš nekad nesponsorēs mūsu vēlmes. Он спонсирует свои желания. Viņš sponsorēs savas vēlmes. Нам нужно только узнать о его желании. Mums jāuzzina viņa vēlmes vienkārši. Я сказал Богу. Es teicu Dievam. Может быть, я никогда не буду богатым. Varbūt es nekad nebūšu bagāts. Может быть, я никогда не буду, у меня на счету деньги, у меня там дома, ещё что-то. Varbūt man nebūs nauda kontā un mājas. Но я ему сказал. Bet es viņam teicu. Дай мне столько денег. Dod man tik daudz naudas. Чтобы всё, что я буду делать для тебя. Lai viss, ko es daru priekš tevis. Это было оплачено. Lai tas būtu nomaksāts. И вот я планирую крусейд какой-то. Un es plānoju krusēdu. Вот я в марте был в Пакистане. Martā es biju Pakistānā. Сколько там денег надо было? Билеты, организация. Tur bija biļetes, organizēšana, nauda tur vajadzēja. Бог, мне нужны эти деньги. Ты сказал идти по всему миру проповедовать Евангелие, я иду мусульманам проповедовать Евангелие. Un tu teici, ej pa visu zemi un sludini evaņģēliju, un es gāju pie musulmaņiem un sludināju evaņģēliju. Viņš atnāca atsūtīt. Jēzus, ja každu nedēļu jedu karmīt galodnīk, поэтому дай мне деньги. Es Jēzum saku, es katru nedēļu braucu visalkušos barot, lai cīdot naudu. Tu dami zadanie nišim. Tu devi uzdevumu sludināt nabadzīgiem. Ja pamazam blagavestvot nišim. Viņš teica, es esmu svaidīts, lai sludinātu nabadzīgiem. Es kaut, ty mne skazal propavidot nišim. Tu man teici sludināt nabagiem. A niši, ich nās sačal nakarmīt. Bet nabagus vajag vispirms pabarot. Ja oni tebe būtu slušat. Un viņi tev klausīsies. Ja gribu, poētamu mne nužnai každu nedēļu dēļi. Tāpēc man katru nedēļu vajadzīga nauda. Ja ne prihod nam счёт нашей миссии. Un viņi atnāk uz mūsu misijas kontu. И мы каждую неделю едем в оптовый магазин, закупаем. Mēs braucam uz vairumtirdzniecības veikalu un iepērkam produktus. Макароны, консервы. Пакуем это всё в пайки и везём туда груз. Un mēs to visu saliekam paciņās un vedam. И всё, что я бы не делал для него. Un visu, ko es darītu priekš viņa. Он всё спонсирует. Viņš visu sponsorē. Придумай себе тему, тему придумай. Тему издома. Придумай тему. Издома тему. Тему для него. Viņam тему. И он это будет спонсировать. Viņš to sponsorēs. Начни с малого. Сац no mazumiņa. Не придут сразу миллионы. Neatnāks uzreiz miljonu varbūt. Я вот так считаю. Es tā skaitu. Моя миссия где-то полмиллиона долларов в год тратит. Mana misija apmēram pusmiljonu dolāru uz visu darbu tērē gadā. Я нет инвесторов каких-то. Man nav nekādi investori. Мне просто партнёры. Man vienkārši partneri. Друзья, которые тоже верят так же, как и я. Ок, draugi, kas tic tāpat kā es. Я сейчас в Латвии. Es tagad Latvijā. У нас палатки сейчас катаются по Украине. Man stelti skalpo Ukrainā. Молодые евангелисты там проповедуют. Jauni evaņģēlisti tur sludina. Я где-то в другом месте проповедую, они там проповедуют. Es citur sludinu, viņi tur sludina. А когда ты сам возил эти палатки?
Kādreiz es pats vadāju šīs teltis. Un tagad es atvedu veselu armiju evaņģēlistu. Halleluja! Поэтому как только ты придумаешь тему, kā tu atradīsi šo tēmu, сколько бы она ни стоила, lai cik viņa maksātu, Бог даст тебе это. Dievs dos tev. Мечтай. Sapņo par to. Купить телевидение для Иисуса. Телевизию priekš Jēzus. Построить храм для Иисуса. Uzcelt templi Jēzum. Потому что мы же не вечные. Mēs taču neesam mūžīgi. Оставь что-то на земле церкви. Atstāj kaut ko uz šīs zemes. Radio купи. Ну не приемник, а волну. 2 миллиона евро и ты одна волна FM, которая будет покрывать почти всю Латвию. 2 миллиона евро, un tas būs vilnis, frekvencija, radio frekvencija, kas var pārklāt visu Latviju. Да. Все можно. Visu var. Зарядись, хочу поехать в Китай. Мы сейчас в Китае открываем церковь. Mēs Ķīnā atveram draudzi tagad. Būt kitaiska nova pakaļiņa. Būs ķīniešu jaunā paudze. Kitaici būt slavīt Jēzusu. Ķīnieši slavēs Jēzu. Jā. Kā to pastora Aleksija tuda pavizjom. Mācītāja Jēzus. Kad atkrojas oficiālā dvēri v Kitai, kā propoidīja Evangelija. Būm dēlēt agromnai krusēdi tam. Tur veidosim milzīgas krusēdes. Tam živēt polterā miliārda čilvēku. Tur pusotras miliārdas cilvēku dzīvo. 100 miljonov hristiānu žev Kitāju. 100 miljonu kristiešu jau ir Halleluja. Ķīnā. Поэтому скоро будет большое пробуждение. Tāpēc drīz būs liela atmoda. Amen. Amen. Поэтому надо с чего-то начинать. Tāpēc ar kaut ko ir jāsāk. Хочешь кормить голодных? Gribi varot no izsalkšanas. Начни с одной семьи. Sāc ar vienu ģimeni. А потом их будет 2, 5, 10, 20. Varbūt 2, 5, 10, 20. Хочешь кого-то одеть? Gribi kādu apģērbt. Начни с одного человека. Sāc ar vienu cilvēku. Ко мне в зоне подошёл парень и говорит: "Дядя, подари курточку". Man viens cietumā pienāca viens cilvēks, onklīti uzdāvina jaciņu. Zek, ko jā. O, kāds zeks. Зачем ему моя курточка? Prieš kā viņam mani jaciņi? А Иисус говорит: "Ты же хотел одевать людей". Tu taču gribēji, ja es teicu, tu taču вот gribēji. Вот и одень его. Gribēji apģērbt cilvēks, lūk arī apģērba. Вот сейчас у нас груз здесь в Риге лежит. Mums tad Rīgā ir krava. Нету денег отправить в Украину. Nav naudas aizsūtīt uz Ukrainu. Mašīnu nāzaplatīt. Par mašīnu jāsamaksā. Tam tisīči, desiatki tisīči ļudēji. Tur desmitiem tūkstoši, simtiem tūkstoši. Kuri patīrēli daži adēžu, viņi ničo netu. Kuri pazaudējuši pat apģērbs, viņiem vispār nekā nav. Viņi patīrēli žaļjo, viņi patīrēli adēžu, viņi patīrēli rabotu. Mājas, darbu, dzīves vietu, visu. A zies ližet grūs. Bet šeit ir krava. А всего где-то 2000 евро, чтобы заправить машину, чтобы она увезла в Украину и всё. Ну, 2000 евро vajag, lai nepieciešams, lai aizvest uz Ukrainu. 2 евро стоит поёк. 2 евро maksā paciņa ēdienu. И одна семья целую неделю кушает. Un viena ģimene veselu nedēļu ēd. Всего 2 евро. 2 евро. И они целую неделю проживут. Viņi veselu nedēļu izdzīvos. Уже есть города, в которых нету магазинов ничего. Jo ir pilsētas, kur veikalos vispār nekā nav. Там не работает ни один банк. Nav nevienas bankas. Закрыты все предприятия. Visi uzņēmumi aizvērti. И люди просто как-то живут чудо. Kaut kā cilvēki tur dzīvo. Они не могут туда уехать. Viņi nevar no turienes aizbraukt. Им некуда ехать. Некуда. Nav kur. Никому они не нужны. Nevienam viņi nav vajadzīgi. Поэтому ты можешь в этом участвовать. Tu var tajā piedalīties. Мы сейчас соберём пожертвования. Mēs samāksim ziedojumu. Может быть, ты хочешь быть частью всей этой большой работы. Varbūt tu vēlies būt visa šī lielā darba daļa. И ты получишь награду. Un tu saņemsi balvu. Если ты кормишь голодных. Ja tu baro izsalkušos. Твой дом никогда не будет голодным. Tavs namas nebūs izsalcis. Если ты помогаешь людям в тюрьме узнать об Иисусе. Ja tu cietumā palīdz cilvēkiem uzzināt par Jēzu. Никто из твоего дома не будет никогда в тюрьме. Neviens no tava nama nebūs nekad cietumā. Если ты будешь ходить в больницу молиться за больных. Ja tu iesi uz slimnīcu un lūksi par slimajiem. Твоей семье не будет больных. Tavā ģimenē nebūs slimo. Иисус сказал. Jēzus teica. Творите милостыню из того, что у вас есть. Dodiet šo žēlastības darbu no tā, kas jums ir. И в вашем доме будет чисто. Un jūsu namā būs tīrs. Поэтому любая милостыня. Tāpēc jebkura žēlsirdība. Которую ты творишь. Kuru tu dari, parādi. Для него. Viņam. Для других людей. Citiem cilvēkiem. Очистит твой дом. Attīrīs tavu namu. От всех проблем. No visām problēmām.
где у нас сокровищницы, запустите и помолимся. Palaist ar ziedojumu traukus un я верю, что вы будете богаты на всякое доброе дело. Es ticu, ka jūs būsiet bagāti uz katru labu darbu. Amen. И верю, что здесь кто-то будет тоже тысячи людей кормить. Un es ticu, ka kāds šeit arī baros tūkstošus cilvēku. Здесь кто-то будет одевать людей. Kāds apģērbs cilvēkus. Здесь кто-то даст приют. Kāds dos patvērumu cilvēkiem. Amen. Amen. И кто-то поедет на миссию. Kāds aizbrauks uz misiju. Представьте, есть такие страны, как Непал, Камбоджа. Там детей просто выбрасывают. Это в лучшем случае. Tur ir tādas valsts kā Nepāls. Да, так бы сплавить, чтобы не кормить. Viņus vienkārši izmet ārā, lai viņus nebaro. А в лучшем случае. Bet sliktāk. Такие страны, как Лаос, Бирма, Камбоджа. Kā Камбоджа, Лаос. Таиланд. Тайземе. Детей продают сексуальное рабство. Bērns pārdod seksuālā verdzībā. 5-6 лет. 5-6 gadi. И все извращенцы летают туда, чтобы там заниматься сексом с детьми. Un visi izvirtuļi lido uz turien, lai nodarbotos ar seksu ar bērniem. Того, чтобы кормить свою семью. У меня сейчас появился план. Я хочу открыть два детских дома. Es gribu atvērt divus. Другой в Камбодже. Vienu Nepālā, vienu Камбодже. Чтобы забрать их детей. Lai tādus bērnus savāktu. Я пока еще не знаю точно, как это сделать. Es pagaidām nezinu, kā to visu izdarīt. Но у меня появился план. Bet man ir plāns. Значит, Бог мне поможет это сделать. Тогда Dievs man to palīdzēs izdarīt. Я заберу этих детей. Es tos bērnus savākšu. Я их буду учить. Un es viņus mācīšu. И сделаю христианами. Un padarīšu viņus par kristiešiem. И они однажды пойдут проповедовать Евангелие. Un viņi vienu dienu ies pasludinās Evaņģēliju. Amen. Вот такие Библии мы напечатали. Tādas Bībeles mēs nodrukājām. Новое поколение, аллилуйя. Jaunā paaudze, aleluja. Что-то вы не радуетесь. Kāpēc jūs nepriecājaties? У нас не просто церковь, у нас движение новое поколение. Mums ir ne vienkārši draudz, mums ir kustība. Поэтому у нас все должно быть новое поколение. Tāpēc viss mums jābūt jaunā paaudze. Bībeli novo pokolenie. Bībeles jaunā paaudze. Blaknoti novo pokolenie. Piezīmju grāmatas. Znački novo pokolenie. Nozīmītas. Aleluja. Aleluja. Если вы купите такую Библию, jūs tādu Bībeli nopirksiet, мы сейчас строим храм в Харькове. Mēs Harkovā ceļam templi. Вы будете участниками строительства. Jūs būsiet šīs celtniecības svoj kirpičik. Dalībnieks un ieliksiet savu ķieģeli. Maz mēs šāds bībeles esam nodrukuši. Tāpēc viņi maksā mazliet dārgāk nekā parastā bībele. Tievākas bībeles krievu valodā nav. Es varu pateikt. Veseli 4 centimetri. Обычная 3 сантиметра. Parastā ir 3 centimetri. И буквы здесь очень такие мягенькие. Viņas ir ļoti mīkstas. Видите, читать, просто читаешь, они в тебя проваливаются. Vārdi, viņi vienkārši iekrīt tevī. Когда есть буквы такие жирные, черные, знаете, ты открываешь, они аж глаза колят. А эти, вот такой шрифт тут мягенький. Шрифт ir, да? Друга ir mīksta. А? Видите, как он зачитался сразу. Я изласился. Поэтому можете приобрести такую Библию. No. Я помолюсь. Es palūkšu. Попрошу Иисуса. Palūkšu Jēzu. Чтоб он умножил ваше семя в 100 раз. Lai viņš jūsu sēju vairāk 100 reizes un atmaksā jums. Чтоб вы знали, что он среди нас. Lai jūs zināt, ka viņš ir jūsu vidū. Он это обещал сделать. Viņš to apsolīja izdarīt. Поэтому запомни семя. Тāpēc atceries sēklu. Tu saņemsi 100 kārtīgi atmaksā. Иисус, я прошу тебя. Jēzus, tev lūdzu. Воздай во 100 крат каждому, кто сеял. Atmaksā katram 100 kārtīgi, kas sēja. Пусть твой народ процветает. Lai tava tauta uzplauks. Пусть твои люди будут богаты на всякое доброе дело. Lai tava tauta ir bagāta uz katru labu darbu. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Слава Богу! Слава Dievам! Братья и сестры, ходите в церковь. Māsas un brāļi, ejiet uz draudzēm. Pomagajte svojim pastoram. Pomagajte Jēzum. Palīdziet Jēzum, palīdziet saviem mācītājiem. Pomagajte ļuďom spastīs. Palīdziet mācīt, palīdziet cilvēkiem glābties. Amen. Amen. Slava Dievam! Slava Bogu! Slava Dievam! Slava Bogu! Es
Es teicu, ka šie pilsēti Dmitrijam ir tādi īpaši. Ja vieriši, to ir tad gora tas obinīt Dmitrijā. Dievs tev vienmēr kaut ko dar īpaši. Boks tikai dēļ, to tā sobinē. Un ja tu gribēsi, lai viņš vēl atbrauc, tev ir jālūdz. Если ты хочешь, чтобы он ещё приехал, ты должен молиться, не просто желать. Bet jālūdz. Но молиться. Tāpēc, ka viņš klausa Svēto Garu, nevis tevi. Потому что он послушается Духу Святому, а не человеку. Man ir tāda sajūta, ka tad, kad Dmitrijs sludina, Мне такое ощущение, когда Дмитрий проповедует. Ka viņš it kā, no viņa izver tāds, tā kā skan kaut kas tāds. Dievs ir labs. Когда от него как бы звучит это, что Бог добрый. Dievs ir labs. Бог есть добрый. Sadzirdēji to šodien? Ты услышал это сегодня? Dievs ir labs. Бог есть добрый. Vienmēr labs, ja? Всегда он добрый. Dievs ir labs. Бог есть добрый. Un nezinu, ko mēs varētu Dmitrijam uzdāvināt, jo viņš tādās tuvās attiecībās ar Dievu, vai ne? Мы не знаем, что можем подарить Дмитрию, так как он в близких отношениях с Богом. Un es arī ilgi domāju, ko lai viņam uzdāvina. Я долго думал, что ему подарить. Viņam bija dzimšanas diena, padās. Ему было недавно день рождения. Un es ieraudzīju tādu lietu sargu, un tur visu ir rakstīts. Я увидел такую вещь, там написано. Tāds liels. Большой. Tā kā Dmitrijam, jo viņam liela bāka. У него большой бак. Viņam vajag liela lietu sargu, viņam liela ģimene. Большая семья, большой. Viņš dzīvo priekš citiem. Он живет для других. Un te ir virsū šī te maliņas rakstīts, Dievs ir labs. Nē, Dievs ir dzīvība. Бог есть жизнь. Dievs ir dzīvība. Бог есть жизнь, tur написано. Tagad lai zem šī te lietu sarga. Pusti pad etim zontikam. Savācās visi, kas domā, ka Dievs ir labs. Собираются все, которые согласны, что Бог добрый. Un lai tas nes dzīvību. И пусть это несет жизнь. Un lietus ir svētība. И дождь это благословение. Bet reizēm vajag drusku paslēpties, vai? Но иногда надо немного спрятаться. Tā kā, lai tas... Es nezinu, kā tāds savāk. Пусть это будет. Es nezinu, kā его собрать теперь. Это тебе на день рождения. Jo viņš ir tāds cilvēks, kas savāc apakšā, ja? Он такой человек, который собирает под собой еще другие. Viņš pats aiziet zem... Visādām, viņš pasargā citus. Un sahraņāja drugi. Paņem sev apkārt. Berjot pat sebe. Un izdal svētības, izdal dzīvību. I razdajot žizni un poslavīni. Tāpēc es tevi dzimšanas dienu, lai viņš atcerās mūs. I pusti tā būt na pagrinājumu. Kad viņš brauc uz to Nepālu, kad viņš brauc uz Pakistānu. Kad viņš brauc uz Nepālu, Pakistānu. Kad viņš brauc uz Čīnu. V Kitai. Ja? Haršo. Tur visi tādi maziņi. Tam visi maliņkie. Un Dmitrijs ar lielo lietu sargu. I Dima būs s balšīm zontikam. Blagoslavienī tībē. Paceļam visu rokas, paceļamies augšā. Vstaņamsi i blagoslavīm. Mi blagadarīm, Gospodz, zeta služēņa. Mi blagadarīm zeta mūža Božava, katuri ti dalve tad svieti. Mi blagadarīm tībē tieši, tu ti prislal jūs sjūdā. Mi slavim tībē, Gospodz, i pusti tvojo īmē, čerez nivo, padnimājās ešu vyše, ešu daļšē, Atiec. Pusti tvoja sīla ļuvī, изливается из него во имя Иисуса Христа. Пусть будет хорошим сосудом во всех странах этого мира. Я благодарю Тебя, я славлю Тебя за него. Во имя Иисуса Христа посылай его во все эти горячие точки, снабжай его всем, что надо. Благословляй семью его, команду его. Пусть много миссионеров будут посланы через это служение. Пусть много палаток идут по всему миру во имя Иисуса Христа. Пусть многие-многие люди покаются, войдут в жизнь вечную. Я благодарю Тебя, Отец, за это знакомство, за это то, что мы знакомы, за то, что мы вместе, за то, что Ты прислал этот сосуд в этот город, и мы в этом можем участвовать всем через наши пожертвования, через наши молитвы, через все эти встречи. Я благодарю Тебя, Отец. Мы славим, Господи, Тебя. Мы во имя Иисуса Христа просим Тебя, дай ему новые пути, и пусть он еще больше слышит Бога, и пусть им будет вера и храбрость, и это все восполнять и сделать во имя Иисуса Христа. Слава Тебе! Амен! И мы ждем еще назад, и мы во имя Иисуса Христа, мы благословляем Украину, мы благословляем эту землю, и пусть во имя Иисуса Христа остановятся все эти воины. Нам все равно, откуда идут, от как и что там. Мы просим мир в Украине, в Иерусалиме, в Латвии, да всех странах мира вообще. Пусть будет мир, но ты должен работать с этим, в этом, что был мир. В молитвах, быть в церквях. Именно то, что сказал пастор Дмитрий Макаренко.
Halleluja. Dai Bogu slavu. Dod slavu Dievam. Dai Bogu slavu za Boga. Dai Bogu slavu za svoje izcelenie, которое приходит. Которое ты получил, может. Kur tu varbūt esi saņēmis jau. Я знаю, что многие люди тут в зале есть. Ir daudz cilvēku zālē šeit. Которые уже получали исцеление в других поездках. Ir saņēmuši dziedināšanu citos braucienos. Я очень прошу тебя. Es ļoti lūdzu. Если ты получишь исцеление, ты получил исцеление, ты поймёшь позже, может. Ja varbūt tu vēlāk sapratīsi, ka tu esi saņēmis dziedināšanu. Пожалуйста, как-то дай нам знать. Приди, Kaut kā напиши. Atnāc, uzraksti, dod mums ziņu. Наш адрес New Generation, NG Ventspils, зайди в нашу страницу. Страницу. Найди, как там дать информацию. Un будь в этом тоже контактус, такой... Контактус, как нодать информацию. Это хорошо, когда ты скажешь, что с тобой Бог сделает, это живой Бог. Tas Бог ir svarīgi, ka tu pateiksi, ko Dievs darīs tavā хорошо? Dzīvē. Благословение всем, держи свое слово, что ты сегодня получил, и делай то, что Бог тебе сегодня сказал, и ты то, будешь благословением Dievs для всего teicis, мира, для своего дома, для своего города, иди и научи, не стой, я не знаю, что делать, как сказал Дима, прочитай Библию, что делал Иисус, и делай это. Izlasi Bībelē, ko Jēzus darīja, ja tu nezini, un dari to, ko Jēzus darīja, vienkārši. Благословение всем. Visiem svētības. Благослови себе вокруг. Svētī vēl kādu apkārt, pasveicini. Это самое хорошее дело, что ты пришел сегодня сюда. Vislabākais ir, ka tu atnāc šodien šeit. Я тебя благословляю. Es tevi svētīju. Я тебя благословляю. Es tevi svētīju. А может, мы можем еще одну песню прославить, а? Ну, так хочется прославить еще, а? Ну, когда мы услышим такое опять, огонь такой, давайте.